Ток-шоу в прямом эфире благодарит всех, кто финансово поддерживает нас и помогает каналу выходить в эфир каждый день с понедельника по пятницу. Мы создаем настоящее информационное вещание вместе с вами. Ссылка на PayPal в описании или используйте QR-код на вашем экране. Всем привет, друзья! 12:08 Нью-Йорк, Вашингтон и Майами, Техас, Чикаго и Теннесси, 11:08 утра. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер, день только начинается, 9:00, по ту сторону океана, Дания, Германия, 6:00. Киев, Иерусалим, Москва, 7-8, Тбилиси. Ток-шоу в прямом эфире, снова в прямом эфире, и я безумно рад вам это сообщать. Каждый раз, когда мы выходим в эфир, наш основной канал по-прежнему заблокирован. 6 дней остается блокировки, осады. Выходим в прямом эфир в YouTube на альтернативном канале, а на остальных социальных сетях, на наших основных каналах в Фейсбуке, в Твиче и в Перископе. Я рад, что вы вместе с нами. Я говорю вам об этом каждый раз, и это на самом деле важно разбираться, какие политические события вокруг нас происходят, чем это обернется для нас. Сообщаю вам, что после основного выпуска в 2 часа по Нью-Йорку сегодня фейки с Вероникой Таран, а в 8 часов вечера по Нью-Йорку, 5 часов по Калифорнии у нас сегодня «Время логики» с Татьяной Тулин. Поэтому не пропустите сегодня супермарафон, сегодня 3 программы, как обычно, по средам. И мы будем стараться делать эти программы еще больше и больше, для того, чтобы вы
проводили время вместе с нами, и для того, чтобы вы получали информацию в полном объеме. Ну, я не беру во внимание даже те новостные сюжеты, которые мы вам выкладываем, для того, чтобы вы были постоянно в курсе, и те прямые трансляции, которые мы осуществляем на нашем канале. Завтра будет Майк Зоткин вечером, так что у нас впереди насыщенная программа. А в пятницу в формате соло вечером выйдет в эфир в 5 часов вечера по Нью-Йорку, в 12 часов ночи по Москве, соответственно, Иван Денисов. Так что вторая половина недели у нас всегда более насыщенная и такая более объемная. Надеюсь, что и Браво-шоу еще будет в пятницу, но посмотрим. Наш чат. В чате, я вижу, уже все собрались здесь. И Семен Парнес, и Влад Иванов, Алла Мецентряга, Алекс, Элис Хуэлис. Здесь спасибо Ирина Тонконоги, Марина Серова из Калифорнии. Хорошего дня, Double Penetration здесь из Канады. Здрасте. Здорово, Double Penetration. Елена Конторова, привет из Сиэтла. Ждем вас. Зинаида Укр, привет из жаркой Украины. Хорошего дня всем. Лилия Лилов из Флориды, спасибо тебе большое, что ты с нами сегодня. Алла Мецентряго, Леонид Ту, Ефим Коваль, Лена Ермолаева из Аризона Тусон, Андрис Колесников здесь уже чего-то там на Семена Парнеса наезжает, Джон Бидон здесь категорически приветствует всех. Спасибо тебе большое, что ты с нами, несмотря ни на что. Схеладзе Нина здесь привет из Грузии шлет. Нам Рассел Мершин здесь. Хорошего эфира, мирного настроения. Рассел, привет, ждем тебя в эфир также. Алис Уильямс, желаю доброго дня. Ангела не Меркель сообщает всем привет. Пересылает из Краснодара. Борис Рейнгольд, привет из Пенсильвании. Здесь Сусана Бучман, привет всем. Сусаночка, привет тебе большой от меня. Жанна Джер здесь, привет из Лос-Анджелеса. Так, кто еще? Здесь уже идет повтор. Татьяна Корнева. Здесь Михаил Китайчук, привет, горячий, из Риги. Палыч 64, леди и джентльмены, приветствую вас. Инна Собель, привет из Джорджии. Майк Зоткин в чате. Тина С. здесь. Спасибо тебе большое, что ты с нами. В офисе, надеюсь, будет спокойно сегодня. Элла Ильяч, привет всем, родные. Экстерминатус, алой здесь, привет большое, что ты с нами. Тина С, я уже говорил. Короче, вся планета нас смотрит. Спасибо большое. Представляю наших сегодняшних спикеров, которые пришли к нам. И я их очень благодарю за это. Малик Дудаков, спасибо тебе большое, что ты с нами. Малик Дудаков, подписывайтесь на его канал. Ссылка по-прежнему в описании к всем нашим проектам. Канал называется, его авторский канал в Телеграме, также и называется Малик Дудаков. А вот на YouTube он представлен как «Война и мир». Это очень интересный канал, который набирает популярность. Всем рекомендую подписаться и просматривать его видео. Наш другой блогер Антон Попов, замечательный человек, который тоже делает свой канал. И мы всегда рады смотреть его встречи, его беседы. И также рекомендуем вас подписываться на его канал. И также у него есть еще и его сайт, правда же? Вот, он еще работает? Работает, конечно, куда он денется. Я там даже кое-что подделал. Подделал. Ну, здорово, в общем, ссылка тоже в описании, и в титрах будет присутствовать. Феликс Боровик пока еще не обзавелся своим каналом, но ему и некогда этим заниматься, у него там свои дела, бизнес. Он в горы все время ходит, сайку здоровый. Ну да. Я сейчас буду тебя копировать. Чего? Чего ты там говоришь? Да. Хорошо, да. Я приветствую вас всех, ребята. Спасибо, что вы здесь с нами. Давайте поговорим и начнем немножечко об экономике. Вот такая сегодня. Ник, секундочку. Пришла тема. Секундочку. Как называется твой наш дополнительный этот аккаунт на YouTube? Запасной. Значит, там есть ссылка, я сейчас покажу, как его найти. Это очень просто, абсолютно. Вы просто, во-первых, есть ссылки все в описании. Там есть просто линк, на который можно нажать. А потом, если ты заходишь на основной канал нашего YouTube, то вверху в шапочке там есть прямо линк, который тоже можно нажать и попасть сразу же на канал. И то же самое можно сделать, если вы войдете в About,
Да, вот информация about. Сейчас я выведу это все на экран, окей. Раз уж такая проблема снова к нам вернулась, смотрите. Значит, вот здесь вот в шапке наверху, здесь Facebook канал, вот здесь альтернативный канал на YouTube, здесь мы на Твиче, здесь мы на Перископе, а здесь, если вы имеете возможность помогать нашему каналу финансово, можете нажать и попасть сразу на PayPal. Я всем рекомендую это делать, особенно в период блокировки, это очень важно. Сейчас, потому что основной канал у нас не монетизируется, а альтернативный еще не может монетизироваться, потому что вы не ставите там подписки, и это еще как бы неполноценный канал получается, пока мы не наберем хотя бы там 4000 подписчиков. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, это очень важно, чтобы мы могли завести еще и комьюнити там. И включили суперчат для того, чтобы вы имели возможность помогать нам в том случае, если основной канал будет блокироваться. Также вот здесь вот, если вы зайдете в секцию About, то вы тоже сможете найти всю информацию, включая, ну, во-первых, здесь линки прописаны вот вручную все. А во-вторых, если вы ниже опуститесь и увидите вот здесь линки, тут можно просто нажать. Здесь написано «Мы на Фейсбуке», «Мы на Твиче», «Альтернативный канал», «Мы на Перископе». В общем, вот так вот нас можно найти. Давайте ищите нас скорее, подписывайтесь и давайте сделаем альтернативный канал тоже полноценным для того, чтобы потом в дальнейшем разработать алгоритм и сделать таким образом, чтобы мы всегда были с вами на связи и YouTube не блокировал нас. Ну, как бы мы знаем, как это все дело происходит, поэтому давайте-ка оставаться на связи и помогать друг другу делать информационную площадку. Это не так просто в наши дни, когда у нас, оказывается, первая поправка Конституции фактически не работает и свободы слова не существует. Вернемся к экономике. Какая бы политика Байдена приводит к тому, что экономика, конечно же, сейчас валится. И, собственно говоря, все вот эти радужные прогнозы на то, что экономика будет расти после периода пандемии, что вакцинация будет способствовать тому, что мы начнем вновь нормально жить и предприятия начнут снова работать, не оправдываются. Два исследования, проведенными институтами, показывают, наоборот, снижение экономической и деловой активности. Давайте посмотрим короткий сюжет и начнем говорить об этой теме. Нехватка материалов и рабочей силы замедлила рост в секторе услуг, в то же время подтолкнув цены к росту. Рост в секторе услуг, на который приходится более 75% экономики США, замедлился в июне, свидетельствует отдельное исследование Института управления по поставкам и IHC Market. Несмотря на замедление, многие предприятия готовы вернуться к нормальному состоянию до пандемии, но по ряду многих причин, например, такие как по-прежнему действующие до сентября пособия по безработице, приводят к тому, что многим просто невыгодно возвращаться на предприятие и терять в деньгах, при этом еще и работая. Институт управления поставками заявил, что его индекс деловой активности продолжает падать с зафиксированных 64% в мае до 60,1%. IHS Market показывает продолжающееся ценовое давление, высокий уровень спроса на услуги, трудности с наймом новых сотрудников, а также текущие проблемы и дефицит в цепочке поставок. В июне наблюдался второй по величине рост средних цен на товары и услуги за 12-летнюю историю исследования. Задолго до сложившейся ситуации наши спикеры предсказывали рост услуг и товаров потребления и советовали отслеживать динамику подорожания по отдельно взятым продуктам. Хочу начать с Малика. Малик, приветствую тебя еще раз, дорогой. Скажи мне, пожалуйста, вот твое ощущение по поводу того, что же будет дальше? Вот, ну, казалось бы, уже все по большому счету сделано. Уже можно запускать предприятия. Во многих штатах они, в общем-то, как бы по большому счету не закрывались, работали, никто не поумирал. А вот из-за больших проблем в большинстве в демократических штатах и из-за того, что многие предприятия по-прежнему не могут запуститься и нормально работать, люди не хотят возвращаться, Байден требует им платить больше для того. Pay them more, говорит Байден, нашептывая о том, что вы должны платить им больше, чтобы они вернулись, то есть как бы переплюнуть вот это вот пособие по безработице, которое планируется выплачиваться аж до сентября. Ну а предприятия, конечно, не могут pay them more, потому что денег у них нету больше, потому что они могут полностью разориться. Это может привести к тому, что еще несколько миллионов людей потеряют работу. Твои мысли. Ну, да, смотри, конечно, безусловно, мы наблюдаем кризис на рынке труда. Да, то есть с этим никто не спорит. Там количество вакантных рабочих мест сейчас там просто бьет
какие-то рекорды, там уже по 10 миллионов их открыто, и они не закрываются, потому что, ну, действительно, там огромное количество людей за полтора года, в общем, ну, привыкли к тому, что можно ничего не делать, получать вот эти самые ковидные пособия и там более-менее как-то существовать, не ходить на работу, там, я не знаю, каждый день каким-нибудь там заниматься трейдингом на биржах, доккоином и так далее. И вот такое вот замечательное новое существование в новой реальности, да, вот после такой большой перезагрузки, как некоторые это называют, да, их полностью устраивает. Конечно, это не постоянная ситуация, потому что придется социалочку прикрывать, это очевидно, да, там и бюджеты местные, и бюджет федеральный, ну, как бы он не будет способен это все поддерживать на протяжении еще там даже года. На сентябрь действительно вот такой месяц, который сейчас все называют, потому что вот к этому моменту все закрутится обратно, и это, ну, мотивирует людей возвращаться на работу. Но мы видим то, что республиканские красные штаты, они, в принципе, уже сейчас это делают. Там, например, та же Флорида еще в марте, по-моему, приняла постановление о том, что там пособие получают только те люди, кто могут доказать то, что они действительно не способны найти работу сейчас. Да, то есть, если ты способен найти работу, ты уже пособие не получаешь, поэтому, конечно, это мотивирует людей, в общем-то, устраиваться на работу. Проблема инфляции, ну, другая проблема, да, она связана, конечно, и с тем, сколько денег имитируется, там, невероятное количество, и с тем, что логистические цепочки нарушены, да, и с тем, что в экономике называется supply shock, то есть у тебя товаров не так много, а спрос большой, и денег очень много, соответственно, цены растут. Да, ну и в целом ситуация, конечно, не самая радостная в экономике. Там с инфляцией никто всерьез, я думаю, что бороться не хочет, поэтому все официальные либеральные экономисты в администрации Байдена говорят о том, что вот это все временно, поэтому просто нужно подождать, ничего не делать, и она как бы сама собой исчезнет. Да, потому что, ну, очевидные какие-то методы борьбы с инфляцией, там повышение ставки или прекращение вот этих вот вливаний денежных, ну, они приведут к очень плохим последствиям для экономики, да, которые держатся сейчас только на дешевых кредитах. Вот если закрутить гайки, там хотя бы немножко повысить эти ставки, ну, может все посыпаться. И суверенный рынок суверенных облигаций, и рынок корпоративных облигаций, ну, все будет, в общем, не очень хорошо. А социалочкой тоже ситуация, не, наверное, не самая хорошая. Мы понимаем то, что вот в сентябре, когда это все начнет закручиваться обратно, даже в либеральных штатах, да, это ударит в том числе и по рейтингам центральной власти. Потому что Байден в том числе избирался на том, что вот я буду проводить более гуманную политику в условиях к пандемии, вот я буду, значит, ориентироваться там на опыт Соединенного Королевства, да, где там 80% зарплаты всем сотрудникам гарантировало государство, или опыт, может, других каких-то европейских стран, да, чего, допустим, в Америке не было в таком количестве и в такой пропорции. Вот, ну, ему удалось там вот разок дать денег, $1400 в феврале, и сейчас уже и социалочка заканчивается. Вот я думаю, что это, конечно, плохо сыграет на рейтингах Байдена, в первую очередь, потому что пока что они там, ну, какой-то определенный... Он уже сыграл, он уже 12 пунктов потеряно Байденом, в общем-то, как бы, ну, среди опроса думаю... демократов даже. Да. Да, я думаю, здесь как бы другие факторы скорее сыграли, больше не экономика, хотя, может быть, инфляция тоже, да, больше там иммиграционный кризис и, ну, в общем, там много других скандалов, вот, ну, но... Да, ситуация... да, конечно, да, вот, но когда вот социалочку начнут закручивать обратно, в общем, это тоже окажет свое воздействие именно на демократов, да, вот, которые думали то, что, и мы видели много статей, да, там, в январе-феврале о том, что вот сейчас наступает эпоха такого прихода нового Рузвельта, вот эти вот новые большие реформы, новый курс, может быть, даже зеленый новый курс, и мы там пересмотрим всю систему социальных, социальной помощи, которая последний раз реформировалась в 90-х годах, и, в общем, все будет хорошо, и наступит какой-то прямо либеральный рай, которого не наступает. Вот. Ну, я думаю, что это, конечно, негативно скажется на рейтингах Байдена, если он, конечно, в целом даже как-то... Ему это интересно, какие у него вот конкретно сейчас рейтинги, конечно, до выборов еще очень далеко. Вот, ну, а в экономике все вот будет... Похоже, что даже не рассматривается на то, чтобы идти на выборы, потому как Камала Харрис явный претендент на 24-й год, то есть, как бы, ну, соответственно, уже, видимо, там вопрос решен. Это по заявлению той же Мэджери Тейлор Грин. Оказывается, весь Капитолий уже об этом знает и говорит. И, собственно говоря, мы это уже остались что-то почти последние, кто узнал о том, что Байден даже не планирует идти на 24-й год. Ну, здесь, опять же, возможно, что, конечно, это так и есть. Хотя вот, учитывая последние утечки в либеральной прессе, да, в политику и в Axios, которые такие, ну, очень критические в отношении
Камала Харрис. Понятно, что ее мочит как раз команда Байдена. И там многие предлагают найти другого наследника, да, там Харрис Аппарент, как ее любят называть. А вот, может быть, на самом деле даже Байдена выдвинуть, или, может быть, там мэра Пита выдвинуть. Ну, в общем, я думаю, что и такое некоторое смятение имеется внутри команды, потому что мы видим то, что Камала Харрис очень ужасно как. И как политик, и как государственный деятель, да, и рейтинги у нее совсем плохие. Ну, это не относится к теме нашего сегодняшнего обсуждения, но это как бы просто отошли от этого. Да, я на этом все закончил. Спасибо тебе большое, хороший анализ. Но я бы хотел вот еще спросить у Антона. Антон, в общем-то, как бы имеет непосредственно отношение к экономике, к бизнесу. У него там свой большой бизнес. И понятное дело, что тоже восстанавливается от ковида и понимает вообще, куда дальше может пойти ветер. Ну вот смотри, хотя бы даже вот то, что Малик обозначил, да, до сентября все сидят, и так как бы денег достаточно, а вот после сентября может сложиться то, что деньги закончатся, и люди пойдут все масштабно, массово искать работу, да, то есть и здесь тогда мы можем столкнуться с другой стороной, обратной стороной этой медали, когда рынок будет переизбыток будет на рынке, и люди просто не смогут вовремя найти работу, им придется еще так несколько месячишков пооколачивать, побить баклуши, потому что ну, просто тогда может не быть рабочих мест. Учитывая, что и предприятия многие закрываются, и здесь вот как бы что ты думаешь, как дальше будет происходить? Знаешь, вот мне только что пришла мысль в голову, значит, о том, что вот эти там миллионы безработных, которые в сентябре, значит, протрезвеют от государственных помощи, субсидий и так далее. Мне кажется, что не будет ли это каким-нибудь очередным там, значит, БЛМом и прочей историей. У меня нету, понимаешь, вот в рассуждениях Малика есть такое по умолчанию, значит, что правительство хочет сделать, чтобы было все хорошо. У меня такого убеждения нет. Значит, вот я наблюдаю за действиями правительств и в Европе, там, и в Соединенных Штатах за последние полтора года. Никто из них не сделал ничего, чтобы было хорошо, да, то есть наоборот. То есть все их действия направлены на то, чтобы убить вот те 75% американской экономики, которые это экономика услуг. А экономика услуг это маленький бизнес, это семейный бизнес, это кафе, это рестораны, там еще что-то. В Европе этот процент выше, он больше 80. Значит, в некоторых географиях в Европе, например, город Вена в прошлом году с удивлением обнаружил, что экономика Вены состоит на 94% из туризма. Значит, то же самое с Зальцбургом произошло, да, то есть они для себя сделали такие большие экономические открытия, что бабки вовсе не берутся из тумбочки. Да, но при этом левые правительства, которые там сидят... Как это не берутся из тумбочки? Так а вот, что же нам теперь всем говорю, делать что... вообще? Ты разрушил мою просто, знаешь, убеждение жизни. Теперь что же? Где же их теперь брать? Еще добавлю печали. Электричество ни хрена не из розетки берется. А чего идти? Труба дело. Но, тем не менее, я должен сказать, что те леваки, которые сидят и рулят этими территориями, до сих пор считают, что бабки берутся из тумбочки, значит, что они их берут из условного федерального бюджета, то есть не из регионального, да, а из, значит, из вышестоящего, скажем так, из бюджета страны. У меня нету понимания, значит, что будет дальше. Да, то есть вот вариантов тут всего немного, да, то есть вариант первый, все пойдет в тартарары, то есть вот смотри, я мониторю цены на газ, ну так сложилось, потому что недвижимость, которую я здесь владею, я покупаю газ на бирже. Я вот тут месяца полтора-два назад, что-то, извините, там французский лоханулся и не подписал контракт на следующий год там по 18 евро. А сейчас он уже 30. Вот как только чудесные вот эти картинки показали с горящим Мексиканским заливом, газ снова, значит, поднялся. То есть если ОПЕК как-то там сейчас разругается и начнет демпинговать, ну, выживем. Если Соединенные Штаты начнут, хотя бы Красные Штаты начнут по-нормальному работать, ну, нормально. В Европе, Восточная Европа работать вроде начала. Значит, Западная сидит на пособии.
ну просто, это беда, беда сумасшедшая. Количество народу, которое прибавилось вот к армии паразитов и нахлебников за эти полтора года, не знаю, было ли это целью тех, кто это делал, не было, но это абсолютно убийственная история для экономики. У нас и так рук никогда не хватало. Да, европейское законодательство не позволяет просто так кого-то привести, значит, и взять на работу. Значит, это сопряжено с какими-то гигантскими, значит, бюрократическими. И дорого. Долго и очень дорого. И не факт, что возьмешь. Рабочих рук нет. В США, наверное, тоже сейчас большая проблема с рабочими руками. И она будет, наверное, усугубляться. Мне сейчас кажется... расскажу. Да, сейчас. А я завершаю свой короткий спич. Значит, я обожаю тебя, Феликс. Короткий мой комментарий будет следующий. Сейчас я расскажу, хватит тебе. Хватит тебе тут уже со своими короткими комментариями. Значит, что слово экономика надо забыть. Значит, потому что она, собственно, никогда наука-то не была, да? То есть она никогда не в состоянии была предсказать то, что происходит, и вообще даже систематизирует то, что происходит, но при этом претендует очень на многое. Я думаю, что пойдут дела в разнос, особенно в некоторых секторах. Ну вот, думаю так. Спасибо. Окей, Феликс, мы ждем, что ты расскажешь нам. Ну, смотрите, ребята, опять, за всю Америку, за всю Одессу я вам не скажу, но за Денвер, за штат Колорадо, могу сказать, мы, видимо, все-таки не так сильно пострадали от всей этой фигни. Но, с другой стороны, действительно, рук рабочих нет, а работы просто навалом. Я буквально на днях имел неосторожность предложить работу мадам, которая стояла на перекрестке и просила милостыню, с здоровенным плакатом, что готова работать на любой работе, потеряла работу, кормить детей нечем. Ну, я высунулся с машины и сказал ей, что вот у меня работа для тебя есть. То, что она мне ответила, я привести в эфире не смогу, потому что ненормативная лексика все-таки имеет свои пределы. Ты можешь сохранить. Вот. Мужчинам я давно не пристаю с такими предложениями, потому что те вообще бросаются всякими какашками, да. По крайней мере, она выглядела для меня человеком, который, наверное, может быть, по какой-то причине действительно потерял работу, но услышал я все, что не хотел. Вот, поэтому работы у нас навалом, и я надеюсь, что когда действительно этим людям станет невыгодно сидеть на пособиях, все-таки даже для них, для всех работы все равно будет достаточно и больше, и даже больше. Нет, вот. Они пойдут штурмовать Курск и Легкоступовый, чтобы им дали еще денег. Но не у нас. Смотрите, что пишут нам зрители. Джон Бидон пишет: Феликс, 3 недели искали работников, это в Бруклине, причем платили и кэш, и чек, и найти так и не смогли. Бесполезно, ребят. Вот видишь. Бесполезно. Я в своей области, я говорю за ту область, в которой я работаю, это помощь старикам по дому, по хозяйству. Люди работать не хотят. Найти работника на сегодняшний день практически невозможно. Мы в нашей компании и все компании, которых я знаю, коллеги, не хотят брать новых клиентов, если у этого клиента нет своего работника, нет человека, который будет ему помогать. Просто мы не в состоянии их обслужить. Поэтому даже брать новых клиентов мы не можем. Ну, нету, некому работать. Просто некому. За те деньги. Хотя зарплаты подняли очень сильно. И стараемся заинтересовать каким-то образом. Это все ничего не работает. Сложнее всего, пожалуй, будет найти сотрудников в Сан-Франциско. И не только потому, что придется поднимать зарплаты. Антон сказал о том, что наука... что экономика не наука, я с ним абсолютно согласен, но при всем при этом манипулировать экономикой ребята научились очень конкретно и делают это очень успешно, вот, разваливают бизнесы. У нас в Колорадо маленькие бизнесы, много вышло из бизнеса маленьких ресторанов, вот, какие-то
Tailor shops, я имею в виду людей, которые там шьют, клининговые компании, которые убирают, не которые убирают дома. Alteration. Alteration, да. Эти ребята, многие закрылись, но уже на их место пришли другие. То есть свято место пусто не бывает. И бизнесы поднимаются новые, кто-то снова открывается, кто-то не выходил из бизнеса, просто закрыли двери ненадолго и потом открыли снова. Вот, появляются новые рестораны. Как-то, ну, работает все. По крайней мере, в Денвере работает. Самая главная проблема – некому работать. Людей нет. Найти действительно на небольшие зарплаты, на неквалифицированную работу людей практически невозможно. Знаешь, на большие зарплаты тоже не найти. Нет, ну, слушай, на большую зарплату любой пойдет. Ну, вы закончили, не, да, не, господа, не, я не, могу... Там есть момент, он отработает 3 месяца и отвалит. Ну, может быть. Его просто перекупят. Перекупят, возможно, да. Я вам хочу сообщить, что, например, сложнее всего будет найти работу в Сан-Франциско. И не потому, что там как бы получают какие-то, например, там пособия и все прочее. Там посложнее ситуация. Там, ребят, разрешено просто заходить в магазины и спокойно выносить товаров. Меньше, если на $1000, то прекрасно. Можно просто как бы и на работу не ходить. Сходил себе каждый день в магазинчик, зашел в один. Главное, 1000 не превышай. То есть это делают демократические власти. Они вводят такие законы, которые там уже давно, собственно говоря, существуют. Ну, а теперь там еще и повысился вот этот вот момент и убран из вообще из уголовного предложения, законопроектом 47, референдумом, который был проведен, там принято вот как бы вообще убрать это из раздела уголовных преступлений. Бизнесмены в шоке. Они не знают, кто их будет защищать и каким образом эта ситуация будет регулироваться, но пока что они терпят убытки и вкладывают это в стоимость товаров. То есть мы, законопослушные люди, выплачиваем все эти убытки, а какой другой способ? Это как-то еще и объясняет дороговизну Сан-Франциско товаров и всего, и вообще, в принципе, всего уровня жизни. Давайте посмотрим, как дела, как люди шопятся в Сан-Франциско и поговорим об этой теме. Преступления в Сан-Франциско в основном законно. Тысячи видео в интернете, на которых толпа воров грабят магазины, совершенно безнаказанно. Случаи кражи в магазинах слишком распространены в Сан-Франциско, где обвинения в краже имущества стоимостью менее $950 в 2014 году были убраны вовсе из категории уголовного преступления. А это означает, что сотрудники магазинов и охрана не преследуют и не останавливают воров, похитивших что-либо менее ценное, чем $1000. В интернете организована петиция с требованием о подавлении воров в Сан-Франциско и призванию к отстранению от должности окружного прокурора Сан-Франциско. Все в городе устали от этого, поэтому, пожалуйста, подпишите петицию об отзыве, чтобы изгнать Чесу Будин. Преступления в основном являются законными теперь. Оно разрешено и терпимо благодаря политике, разработанной и поддерживаемой всеми нашими демократическими руководителями, мэром и окружным прокурором, написал пользователь Инстаграма, биография которого гласит «Азиатский фотограф и криминальный репортер». Петиция впервые была подана в марте, чтобы вспомнить Будин, который в последние годы подвергался критики вместе с руководством города за то, что недостаточно предпринимал меры для борьбы с проблемой краж в магазинах Сан-Франциско. На деле способствовал их увеличению. Всплеск подобных инцидентов в городе произошел почти сразу после принятия закона 47, референдума, известного как закон о безопасных районах и школах, которая кража собственности стоимостью менее $950 была убрана с обвинения в уголовном преступлении. Благодаря сегодняшним законам демократов, кражи в магазинах Сан-Франциско – это обыденная реальность, и воры даже бросаются драться на продавцов, пытающихся защитить их имущество. Фактически бизнес не защищает никто. Как в таких условиях вести бизнес и восстанавливать экономику? Демократы предлагают закладывать стоимость украденного в стоимость товаров. То есть законопослушным гражданам снова придется платить дороже. Слушай,
Сколько мы будем платить, каким образом все это дело будет регулироваться, или я не знаю, или не будет регулироваться никогда, но ситуация имеет место, и ходить действительно в магазин уже даже и опасно, и делать бизнес тоже, потому что, ну, организовал ты бизнес, хорошо, сколько таких людей будут приходить к тебе в магазин, бить витрины, забирать товары, причем открыто среди бела дня, и ничего по закону сделать ты не можешь. Я бы хотел узнать, вот, Малик, у тебя, какое твое отношение к этому, и сам бы, вот, например, бы при таких обстоятельствах ты бы открыл бы свой магазин и открыл бы двери своего магазина. Это ведь только происходит не только там в продуктовых магазинах, но вот, например, там сумочки Louis Vuitton или еще чего-то грабят беспощадно, а потом выносят на улицу и продают туристам по полцены, а может быть и дешевле, но просто вот как бы... Ну, теперь, как бы, я думаю, что это, наверное, стоит называть, если мы будем пользоваться таким модным жаргоном, не грабеж, а освободительный лутинг. Mm-hmm. Это обязательно должно быть liberated, да, вот освобождение какого-то магазина от, не знаю, белого превосходства или наследия колониализма или чего-нибудь такого. Ну, конечно, да, это ну, очевидный пример институционального кризиса. На там, ситуация, при которой вот, там, местные либеральные власти, демократы и так далее, ну, всячески потакают классово близким преступникам, да, боясь обвинений в расизме, или там, на самом деле используют даже самообвинения в расизме. Да. При этом мы также понимаем то, что там какие-нибудь другие преступления, скажем так, да, там, может быть, какие-нибудь вроде hate crimes, например, да, преступления на почве ненависти, да, там, сказал что-нибудь не так, они будут как раз расследоваться по всей букве закона, и там будут очень жесткие наказания. Поэтому здесь, конечно же, безусловно, это такое избирательное правосудие. Своих, конечно же, не трогаем, особенно вот за такое преступление в отношении всех вот этих вот буржуев-капиталистов. Да, а вот, ну, не своих, наоборот, конечно же, будем наказывать очень-очень жестко. Недавно я видел статистику о том, что там проводился опрос как раз среди жителей Сан-Франциско, и там практически половина респондентов сказали о том, что, ну, мы вообще планируем побыстрее, поскорее собирать манатки и уезжать из этого замечательного города. Потому что, ну, во-первых, дороговизна жизни, да, там очень высокие налоги, да, там проблемы с преступностью, проблемы с бездомными невероятно, да, там с опиатами, с опиоидами, которых очень много на улице. Ну, то есть вот такой вот, что можно назвать, такой левацкий или либеральный рай, да, где у тебя есть очень богатые, которым все хорошо, они там сидят за своими заборами и им очень комфортно жить, да, и есть такой класс люмпен-пролетариата очень бедного, да, который, ну, их обслуживает. Да, и между ними вот тот средний класс, который там, может быть, был средоточием жизни и Сан-Франциско, и Калифорнии, там, еще 50 лет назад, но он просто вымолз. Люди собрались уехать, да, поэтому, собственно, демография Калифорнии так сильно поменялась, поэтому он является настолько либеральным штатом, потому что все, я думаю, что кто уже, ну, давно понял, к чему это идет, он уже, в общем-то, уехал. Вот. Ну, и те, до кого, может быть, это постно доходило или еще оставались какие-то надежды, находятся сейчас вот в состоянии отъезда в другие штаты, что, наверное, с какой-то стороны хорошо, а с другой стороны не очень хорошо, потому что многие из тех людей, которые уезжают из Калифорнии, они, правда, продолжают голосовать по-старому. То есть они думают, то, что вот это просто там был неправильный такой социализм построен. Да, вот если мы переедем в какое-нибудь новое место и будем голосовать уже за тамошних демократов, там уже будет правильный социализм. Ну, и в любом случае, да. И это будет везде вообще так, что чего и хотят левые, чтобы это везде вообще во всех штатах такое воцарилось. Угу. Ну и мы видим, в общем-то, по результатам выборов, да, в Аризоне, в Джорджии, вот там как раз эффект вот этого вот приезда белого среднего класса из либеральных штатов, он как раз и, в общем-то, позволил во многом победить Байдена. Ну, там, не берем, берем за скобки скандал. Там разные версии. Там разные версии, да. Я понимаю, товарищу. Нет, безусловно, конечно, да, там были скандалы с этими почтовым голосованием и так далее, это все понятно. Но да, в любом случае, да, там мы понимаем, что даже не будь вот этой всей скандальной ситуации, ну, скажем так, отрыв между кандидатами был очень маленький, гораздо меньше, чем был в 2016 году. Да, то есть это эффект как раз во многом миграции. Да, в Аризону. Там, может быть, из Калифорнии, из Орегона, из Вашингтона, а, соответственно, в Джорджию, там, из Нью-Йорка и других штатов на северо-востоке. Да, ну, люди вот как бы не учатся. То есть такой вот эффект саранчи, они голосуют снова за тех же демократов, получают тот же самый эффект, потом будут пытаться куда-то снова переехать, если, конечно, останутся еще какие-то штаты, куда им удастся переехать после того, как они вот загадят новое место.
Ну, хорошо, вопрос от зрителя тебе. Евген Гринберг спрашивает, украденные товары включают в себя таксы? Должны ли эти люди, которые воруют на меньше, чем $1000, платить таксы? Будет ли считаться это их доходом, и как они будут декларировать вот этот свой доход в таком случае? Ну, то есть, как бы, не маленький доход. $1000, в общем-то, как бы, учитывая, что ты можешь тут же зайти в другой магазин и опять украсть на 1000, в общем-то, как бы, довольно-таки ощутимо. Даже если просто раз в день выходить по $1000, 30 тысяч долларов необлагаемых налогами денег. За месяц. Ну, да, какой-нибудь, не знаю, portable property или, я не знаю, найденный трофей. Ну, мы понимаем, что, конечно, да, это все шутки шутками. Это шутки только в том отношении, пока до той поры, пока законодатели не предлагают это сделать вообще нормально и как бы закрепить это в законодательной норме, то они должны объяснить тогда, в таком случае, если это будет являться их доходом, должны ли на самом деле они будут платить налоги. То есть дальше дело не идет, понимаешь, то есть тут идет противоречие законов и абсурдность самого закона, который был принят изначально. То есть изначально он антиконституционный, он антизаконный, и он вступает в конфликт со многими другими законами. Соответственно, человек, принимавший этот закон, не является профпригодным, и он должен покинуть свое место. То есть, как бы, если пойти в этом направлении, то тут довольно-таки правильно и грамотно заданный вопрос. Скажем так, знаешь, законы отражают во многом состояние того общества, в котором они принимаются, да, и тот человек, который это принимал, там, не знаю, ассемблимен или кто там, депутаты местные, вот они же тоже не прилетели с Луны, не навязали эти законы жителям Сан-Франциско, да, и они избрались в этом городе. Избрались, соответственно, вот от тех жителей, которые в том числе, с одной стороны, имеют по своем владении эти магазины, или с другой стороны, там, наверное, их больше, тех людей, которые эти магазины грабят. Да, то есть, ну вот, если люди считают то, что это нормально, принимать такие законы и, там, не знаю, голосовать за таких законодателей, которые принимают такие законы, ну, это как бы показатель вот того состояния, да, и я уже об этом говорил в начале, это институциональный кризис, да, ну, показатель того состояния, в котором находится общество Сан-Франциско. Да, в принципе, любое общество заслужило ту власть, которую оно выбирает, и тут, как бы, опять же, я, ну, там, если людям хочется жить в таком обществе, как бы они имеют на это право, да, то есть я абсолютно толерантен. Вот, другое дело, что, ну, конечно, там тем, кто остался нормальными, да, ну, наверное, стоит как-то задумываться о переезде из Сан-Франциско в другие места, где, докуда такие законы еще не добрались. Еще один момент, который бы я хотел тебе адресовать. Смотри, немножечко совсем в другую сторону, но раз уж, ну, как бы пошел такой разговор, здесь тебе с Фейсбука пишет Билли Джилла. Она пишет, или он, Билли, значит, Дудаков, хорош нести херню. Какой еще маленький разброс между кандидатами, когда Доминион в наглую пересчитывал голоса в пользу Байдена. И раз уж если это мы тоже схавываем и сглатываем и идем дальше, тогда у нас выход не просто переезжать из штата в штат, а просто брать и менять, как бы, я не знаю, там, ехать куда-нибудь в какую-то совершенно другую страну. Хотя, в принципе, как бы система подсчета голосов мы видим сейчас вообще везде одинаково. Везде как-то не особо кто-то парится о том, насколько действительно за кого люди голосуют. А вот, ну, как бы подтасовывают и таким образом как-то играют вообще на всех этих моментах. Ну, знаешь, я не знаю. Даже в Африке не везде, на самом деле, считают так долго и так трудно и с таким большим количеством скандалов, как было на последних выборах в ноябре. Да, года. Даже в Германии уж так как бы, если... Нет, в Германии относительно нормально, кстати говоря. Ну, может быть, Австрия, Швейцария там получше, хотя в Швейцарии вот на последнем референдуме долго считают. Так, вы про Германию, что там относительно нормально, съездите в Германию, посмотрите, насколько там нормально. Там еще нормальнее, блин, чем в Марикопе. Ой, слушайте, давайте, да, не будем уходить вот в эти тонкости. Блин, ну какие-то тонкости, ну, понимаешь, ты все время проводишь линию, что... Да, нарушения были, но Байден все равно выиграл по тем или иным причинам. Ну, потому что есть, наверное. Я говорю, что кривые, которые были за одного и за другого, не могут себя так вести за 2 часа там ночью. Так не бывает. Физика процесса не позволяет этого сделать. Еще раз, собрали бюллетени, накидали их в машину, привезли на участки и Малик, потом... посчитай количество бюллетеней, подели на количество времени, ты поймешь, что их нельзя засунуть в это время. Никто не говорит то, что их засунули в одно время. Тут же вопрос о том, как обновлялась датабаза, а не о том, как их долго-недолго считали. Тут же речь идет о том, просто, когда у тебя была задержка... Понятно. Вопросов больше не имею.
Еще раз, я не хочу сейчас спорить о том, как там честно, нечестный выбор. Господи, прошло уже 8 месяцев, да, вот можно уже двигаться дальше куда-то. Сколько дерьма за эти 8 месяцев весь мир сожрал, просто сейчас сказать сложно. Не 8, еще 6 нету, но чего бы так уже 8? Словами да, сказать, не пером описать. Выборы имеют последствия, да, как-никак. Поэтому тут, ну, надо, наверное, нужно было вести лучше кампанию Трампу. Наверное, да. Так. Возможно, да. Поэтому тогда бы, может быть, этого самого дерьма, вы выразились, да, было бы поменьше. Вот. Но а я бы так спрошу, я бы так спрошу, ладно, бог с ними, там не будем говорить о выборах, ну, или еще. Ты вообще, в принципе, считаешь... Для уточнения позиции. Ну да, ну чтобы уже поставить в этом точку и все, да. Просто такой вопрос Малику, допустим, да, ты считаешь, что если народ обманули, да, вот, ну, допустим, в принципе, любой кандидат, сейчас не будем говорить, там, Байден или Трамп, потому что явно кто-то из них двоих врет, да, получается. Один говорит, у меня украли выборы, другой говорит, а это он обманывает, ничего не... Ну, кто-то один, получается, нагло врет, да, в любом случае. А, ну, вот так вот, если ты считаешь, как с этим-то надо быть? Если действительно, допустим, победивший кандидат пришел к власти, основываясь на полной фальсификации бюллетеней, то что делать в таком случае? Ну, как бы, как должны мы действовать? Ну, смотри, этот вопрос ты мне задавал, по-моему, на самом-самом первом эфире, когда я к тебе приходил, это было пару месяцев назад, и я уже говорил о том, что там, окей, скандалов было много, да, безусловно, и не будь вот этих всех махинаций с почтовым голосованием, вполне возможно и даже вероятно, Байден не был бы сейчас президентом. Окей. Мы даже сейчас не о Байдене, мы просто, теоретически. Наверное, два момента я скажу. Во-первых, это не первые, не последние грязные выборы в истории мира, и уж тем более в истории США. Да, там сколько было скандалов на выборах, не знаю, 1960 года. Да, там многие считают, то, что Никсон тоже его обжулили, и на самом деле Кеннеди победил за счет махинации в Далласе и в Чикаго, в двух штатах, которые контролировала тогда политическая машина Демпартии. Но ничего, как бы выборы прошли, Кеннеди там стал президентом, как-то жизнь продолжилась. Да? Я уж не говорю про выборы 19 века, где ну, там с обеих сторон на самом деле шел поток фальсификации, и республиканцы, и демократы в этом плане старались. То есть, ну, на самом деле, как бы сейчас считать то, что вот американская демократия впервые столкнулась с такими скандалами на выборах, ну, это, наверное, во многом наивно. На это не первый раз, это плохо, конечно, никто не говорит, что это хорошо. Вот. Но касательно второй части твоего вопроса, что делать и не делать, я на том стриме сказал о том, что я считаю Байдена институционально легитимным президентом. Я имею в виду то, что основные институты американские признают его легитимным президентом. Там будь то правительство, будь то конгресс, будь то армия, будь то мейнстримовые медиа и так далее. Вот, и, конечно, реальные фактические возможности там у тех людей, которые недоволены такими выборами, да, как-то, я не знаю, изменить их итоги, я не знаю, там, добиться того, чтобы Байден был отстранен от власти, ну, этой возможности нет. Да, там есть якобы импичмент, который никогда в американской истории успешно не применялся и не будет применен в успешном отношении Байдена, я это могу гарантировать. Вот, но за пределами импичмента даже ничего другого, в общем-то, и нет. Поэтому если Байден сам не окочурится за 3,5 года, что, кстати, может произойти, учитывая его возрастные проблемы, да, вот он на все 4 года будет президентом. Ну, здесь никаких иллюзий строить не нужно, там, до 2024 года минимум, если не пойдет на следующие выборы, что вероятно. Вот, поэтому здесь, ну, как бы, да, это были, ну, очень плохой опыт того, как не нужно проводить избирательные кампании и в целом выборы. Да, это все было, конечно, очень грязно. Вот, ну, из этого нужно делать уроки того, чтобы это не повторять в будущем, вот и все. Как бы ответ на самом деле очень короткий. Окей, значит, вернемся к воровству в магазинах, и я хотел бы послушать сейчас Феликса насчет того, как он считает, политика демократов может завести нас к тому, что, ну, как бы, ну да, это везде будет происходить, и под прикрытием, Малик правильно сказал, там, того, что у тебя другой цвет кожи или еще чего-то, ты можешь спокойно войти в магазин, набрать себе там, как бы, ну, и, собственно, разрушать вообще весь бизнес, ведь это приведет к тому, что, ребят, владельцы магазинов просто невыгодно будет держать этот сам магазин, потому что стоимость там товара, который стоит, не знаю, $1, должна будет возрасти до 150, до 160, и мы, вот люди, которые не воруют в магазинах, должны будем оплачивать все это, а на других условиях просто магазина не будет. Магазин закроется, потому что владельцу магазина не будет выгодно это все со своего кармана, извините, оплачивать. Ну, то есть тут как бы все очевидно, и да, Сан-Франциско терпит миграцию людей, люди уезжают оттуда, те, которые работают и хотят нормально жить, а вот те, которые не работают и хотят тоже нормально жить, приезжают в Сан-Франциско, и пока на данном этапе
себе неплохо живут там. Вот твое вот видение вообще всей этой истории. Ты как бизнесмен прежде всего, да? Что бы ты сказал вообще в отношении вот этой ситуации? Первое, что я хочу сказать, что разрушение этого города, я имею в виду Сан-Франциско и Калифорнию, вообще идет очень быстрыми темпами. Уничтожить Детройт заняло, наверное, лет 10, может быть, больше. Вот. И там такого не происходило. Там просто в результате политики демократов город просто умер. Вот. Я думаю, что Сан-Франциско это случится гораздо быстрее. Вот. И да, люди будут бежать, потому что, к сожалению, выбрали они не тех, а те, кого они выбрали, ведут себя как последние сволочи. Вот, можете начать бросаться в меня яблоками и гнилыми помидорами, но то, что показывали сейчас в ролике перед началом обсуждения, мне, например, напоминает просто поведение стада павианов, когда они абсолютно безнаказанно третируют туристов. Вот, еще раз говорю, вне всякой связи с цветом кожи, потому что мы видели людей разного цвета кожи, участвующих в этих погромах. Вот, что касается бизнеса, если с точки зрения бизнесмена, я могу сказать, люди, которые могут попытаться выстоять в этом, должны, конечно, нанять более решительных охранников. И я думаю, что за $500 в день... Нельзя, их посадят. Видишь, там много охранников, они ничего не могут сделать. Но они дверь должна набрасываются. Ник, послушай меня. Есть очень хороший опыт магазинов, ювелирных магазинов, которые... Есть очень хороший опыт Дерека Шовена в этом отношении. Ну, то есть, да, как бы, наверное, ты должен прав. Это понимать. Я не знаю, понимаешь, в чем дело. Я не живу в Сан-Франциско. Тогда, когда я был в Сан-Франциско, такого не было. Вот, я успел посетить этот замечательный город, но, допустим, еще раз говорю, ювелирные магазины держат свои двери закрытыми и впускают только тех, кого считают нужным, и никто за это им не выставляет никакие иски. Понимаете? И пока туда не приехать на танке или там траком разнести витрину, влезть все-таки в этот магазин не получается. А незащищенные какие-то convenience stores и вот эти вот Walgreens'ы, их грабят просто потому, что они не защищены никаким образом. Вот, а правительство, ну вот мы видим, они принимают законы, чтобы не сажать этих людей. Мало того, послушай, эти ребята, которые грабят эти магазины, они имеют наглость потом идти сдавать товары и требовать деньги. Понимаешь? В том-то и дело, когда им говорят, а у вас есть чек, они говорят, что ты мне должна вернуть деньги. Я принес товар назад, он мне больше не нужен. Ты павианов обвиняешь, значит, каких-то неблаговидных поступков. Но павианы идут так, потому что им кушать хочется. Ну, вот. Это, видимо, тоже... Я павианов не обвиняю, я просто сравниваю. Похоже очень, выглядит очень похоже. Вот. Я могу рассказать пару историй из европейского опыта. Сейчас, секундочку, Антон. Ты понимаешь, они же не просто воруют эти товары, они же потом имеют наглость прийти в тот же самый магазин, но позже, и сдать эти товары уже за деньги. Мы вот поняли, это да. Вообще капец. У меня важный вопрос к тебе. Вот на одну секунду смотри. То есть, получается, полиция тоже в таком случае просто... Кражи все равно будут. То есть, они уже никак не могут на них влиять. Но чтобы не заводить дела, и чтобы они у них не переносились в такой висяк, да, висячие дела, там, не знаю, как долгосрочные, так сказать. Они просто это все перекладывают на бизнесменов. Типа, да, это ваши проблемы, мы даже не будем и браться вообще за это. Потому абсолютно, что, на самом это то, деле, о чем я говорю, много. Что бизнес ему не остается ничего, или закрыть магазин, или принимать какие-то меры. Понимаешь, я прекрасно понимаю этих людей, которые, если не выдерживают, они просто уходят. Если у них хватает, скажем, если они действительно хотят защищать свой бизнес, то им придется или нанимать людей, или еще каким-то образом защищать свой магазин от этого лутинга, и по-другому никак ничего не получится. Если правительство будет их дожимать, они просто уедут. Вот, то есть город будет разрушен, это я вижу, что если ничего не изменится, если власть не возьмется как бы защищать бизнесменов, закончится это все кровью на самом деле. Кто-то кого-то просто в магазине завалит, рано или поздно. Вот и все. Я думаю, что это не во всех магазинах происходит.
Там, где люди ведут себя более решительно, они туда не лезут. Просто мы не видим этих видео, почему-то их не выкладывают. 17 Walgreens закрыты уже сейчас в Сан-Франциско. Потому что это корпорация. По этой же причине, да. Ну, а корпорации закрывают свои магазины. То есть до этого они могут компенсировать убытки за счет других магазинов прибыли, да. А вот они, 17 Walgreens, закрыты в Сан-Франциско. Это официальная статистика на сегодня. Ну, потому что им невыгодно. Зачем им держать магазины в Сан-Франциско, если в Денвере они прекрасно функционируют, их никто не грабит? Ну, так они потеряют, да. Корпорация уменьшит свои доходы ненамного, но, по крайней мере, не будут терпеть такие дурные убытки. Ой, Джон Бидон пишет, что этим 3 месяца назад грабили ночью ресторан, полиция дождалась, пока уроды уйдут, и только потом оцепила место. Ну, понятно, особенно в Нью-Йорке, как это все будет делать. Антон, ты хотел рассказать какое-то видение вообще? Да, ну, вот вопрос об этом сюжете. Это все очень быстро приведет к бандитизму. Значит, в Испании есть такой... Разве закон... это уже не бандитизм? Нет, я имею в виду... Нет, это пока только лучше. Послушай, в другую конца. Сторону. Значит, в Испании есть закон об окупасах, так называемых. То есть, если у тебя есть квартира, ты ее, значит, держишь, ну, про запас, условно говоря, туда забрались какие-то люди, начали жить. Значит, ты приходишь, обнаруживаешь это чудесное обстоятельство, и по этому закону ты не имел права их оттуда выселить. Тебе перестали платить аренду, ты не имел права их оттуда выселить. Но самое, конечно, трэш, что к тебе вот забрались, сломали дверь, замок, влезли в твою квартиру, дом, виллу, дачу, и ты не мог оттуда выселить. Значит, там рынок очень быстренько этих добрых услуг разделили бандюганы, русские и испанские, и решали вопросы на раз-два. Значит, то есть вот вся вот эта галиматья, это унавоженная почва для бандитизма в обратную сторону. То есть что будут делать? Они будут спокойненько фотографировать, да, там. Кто там где находится, выяснить не так уж сложно. Организованная преступность пойдет и начнет просто все это давить, да. И тут власти взбеленятся, тут начнет полиция, трали-вали, которая дефанд. Вот очень-очень дурная тропа, очень дурная тропа. Она ведет в начало 90-х, значит, в Российской Федерации. Будет бандитизм, это вот к бабке не ходи. То, что люди оттуда уезжают, ну, уезжают, да, но что, все уехать не могут. Да, то есть, если уедут, то они уедут со своим маразматическим представлением о прекрасном, и в том месте, куда они приедут, выберут таких же мудаков, которые примут такие же законы. То есть, по-хорошему, это, конечно, что-то... Знаешь, вот я смотрю, да, иногда, сам на себя вот внутри этой передачи и понимаю, что это репортаж из палаты номер 6, да, что мы обсуждаем какие-то события, которые за 3 гранями и барьерами здравого смысла, да, когда собственные правительства собственных стран душат, разрушают, убивают бизнесы, на которых они сидят, давят налогами, решают грабить, сталкивают одних с другим, а мы тут сидим, значит, и на кулак наматываем, и при этом подавляющее большинство, которое, я надеюсь, все-таки американцы с мозгами, сидит тихо на это смотрит и боится пиликнуть что-то. Вот это меня, честно говоря, опять приводит в состояние, так ты знаешь, когнитивного диссонанса с языком научным. Но вот сюжет, который у меня сузили, ну вот он точно, вот абсолютно, да, то есть это планета Плюк. Значит, что-то с чем-то. Да? То есть, у меня в голове это не опыт. Антон, я хотел бы видеть видео из магазинов действительно частных, не корпоративных, как Walgreens, а частных магазинов, как это там происходит. Я думаю, что бандиты уже давно стоят и охраняют эти магазины полным ходом. Уже, ну, кому надо, съездить, заплатили, и уже как надо, посмотреть. Решили вопросы. Съездить посмотреть, но, понимаешь, понятно, что продолжаться это не может. Да? То есть это ну, я не знаю, то есть, ну, это, знаешь, такая, это называется гигантская флуктуация. Она не может длиться больше, чем очень короткое время по отношению к этому процессу. И плюс ко всему, понимаешь, ребята, эти люди не могут выйти на улицу, не могут идти там в правительство и кричать, и добиваться чего-то своего, им надо зарабатывать деньги, они просто не в состоянии. В какой-то момент они это сделают, когда уже совсем будет
погано. Но сейчас они решают это абсолютно вот так, как ты сказал, при помощи бандитов. То есть бандиты возьмут под крыло какие-то частные бизнесы и будут их защищать от этих товарищей. Вот и все, и там закончится. Я тоже так думаю. Окей. Ну вот в Нью-Йорке, вот насчет бандитов и насчет защищать свои бизнесы, в Нью-Йорке губернатор Куомо в очередной раз выступает против легального оружия и вводит, и как бы пытается рассказать о том, что необходимы там специальные еще системы защиты на сам пистолет, если ты уж все-таки его получил, но при этом использует он какую-то такую пандемическую риторику. Давайте посмотрим сюжет и поговорим об этом тоже. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил об усилениях по контролю над оружием, используя пронизанный пандемический язык. Куомо сказал, что хочет подавить инфекцию и лечить проблемную общественного здравоохранения, нацеливать горячие точки с данными и наукой и разорвать цикл эскалации, то есть сгладить кривую. То ли КПК напрочь поселился в его сознании, то ли наоборот он понял, что оседлав эту тематику, тебе любые, даже самые безрассудные идеи могут превратить в жизнь. Для достижения этих целей Куомо объявил о конкретных мерах по контролю за оружием, в том числе попытки подорвать закон о защите законной торговли оружием, PLCAA, федеральный закон, защищающий производителей оружия от необоснованных судебных исков. Куомо дал понять, что намерен противодействовать PLCAA, восстановив в Нью-Йорке общественную ответственность за причинение вреда производителями оружия. Продвигая цель ужесточить и без того одно из самых жестких ограничений в Штатах наряду с Калифорнией и Нью-Джерси, снять неприкосновенность производителей оружия, что привело к нелегальному оружию и всплеску криминала в этих штатах. Он также продвигает технологию умного оружия, которое работает через биосчитыватели отпечатки пальцев, как смартфон, или использует браслет или кольцо, которое отправляет одиночный сигнал для активации пистолета. Обе технологии оказались проблематичными, поскольку биоридеры с трудом считывают отпечатки вспотевших пальцев или испачканных, например, кровью или запачканных грязью, а браслеты, необходимые для приведения оружия в действие, могут быть просто украдены, что упрощает использование преступником пистолетов. Короче, полиция тебя защитить не может, бандиты в скорости тоже не могут тебя легально защищать, сам ты себя тоже не можешь защитить, что в таком случае делать не то, чтобы там как бы владельцам магазинов, а в принципе любым людям, которые хотят жить спокойно, нормально, быть со своими семьями и не думать о том, что к ним кто-то может ворваться ночью, ограбить их, не дай бог там кого-то убить, при этом ты ничего сделать не сможешь, потому что мы видим, куда левые катят и каким образом вообще развивается история. Малик, хочу у тебя спросить, вот как бы твое отношение к заявлению Куомо. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния и так самые сложные законы по легальному оружию, но зато в ходу нелегальное, вполне себе нормальное, и люди им пользуются, потому что нет пустоты. Ну, запрещает что-то, но при этом как бы люди чувствуют, что ну хорошо, необходимо, лучше пусть меня осудят, чем просто-напросто убьют, например, как вариант. Ну, конечно. Ну, ты уже правильно отметил о том, что, в общем-то, целью вот эти все политики либеральных элит сделать, ну, общество полностью бесправным, да. Да, лишить его возможности самим себя легально защищать при помощи того же оружия, да, и там законов о самозащите. Вот, ну и, конечно, да, в какой-то момент и начать заниматься упразднением полиции, или даже вот как было показано на примере Сан-Франциско, там полицию, может быть, не упразднили, но просто как бы легализовали преступление, скажем так, или там, не знаю, декриминализовали, ну, смысл примерно тот же самый. Нью-Йорк – интересный пример, потому что, во-первых, мы знаем о том, что в городе произошел очень серьезный взлет насилия за прошлый год. Там количество шутингов выросло более чем в два раза, по-моему, да, на фоне там погромов, беспорядков и так далее. И там, там количество вообще насильственных преступлений в городе там максимально, по-моему, с 97-го или 98-го года. То есть там практически весь прогресс 20-летний вот, в плане борьбы с преступностью он вот откатили назад. Ди Блазио, который прошлым летом предлагал сокращать полицию, теперь наоборот, уже отказался от своих планов. Ну и, конечно, ответная реакция общества, жителей Нью-Йорка, это вот избрание на праймериз Демпартии пока еще, да, будущие мэры, Эрика Адамса, такого демократа отставного полицейского, такого демократа старой школы, который обещает вот, усилить правоохранительную сферу и вот бороться с преступностью. Видно, что как бы это сейчас главный вопрос. Даже не коронавирус, не кризис, а вот именно преступность для жителей Нью-Йорка. И, в общем-то, это показывают результаты праймериз
Хотя партии, которые, кстати, тоже прошли не без скандалов с голосованием, но это ладно, отдельный момент. Я думаю, здесь самым знаковым является не только вот последние комментарии местных властей, там будет и де Блазио, и Куомо, а то, что Верховный суд на днях, ну там уже примерно 2 месяца назад на самом деле, объявил о том, что он впервые за десятилетие рассмотрит иск НРА как раз к властям Нью-Йорка об оружии. Это первый иск об оружии, который Верховный суд рассмотрел, там, по-моему, за 13 или 14 лет, ну, то есть за очень большой период времени, как раз касается Нью-Йорка, как раз касается ограничений на скрытое ношение оружия. Потому что, как мы знаем, ну, оно якобы гарантировано везде, но можно много таких разных регламентов и регуляций написать, что как бы его де-факто невозможно будет реализовать, это самое право. И я так понимаю, что примерно в октябре, когда Верховный суд вернется из отпуска, вот одно из первых дел, которое он будет рассматривать, как раз вот дело об оружии и дело об ограничениях на ношение оружия в Нью-Йорке. И, ну, как опять же, многие ожидают, Верховный суд, возможно, примет решение не в пользу Нью-Йорка. Оно будет иметь очень знаковые последствия, потому что, ну, придется, опять же, если все хорошо сложится с Верховным судом, что, конечно, никогда не является чем-то очевидным, да, особенно учитывая последние какие-то решения Верховного суда в нынешнем составе, но тем не менее. Если это сложится, то, ну, вот Нью-Йорку придется либерализовывать свои законы об оружии, и это, наверное, будет хорошо. Ну, и, собственно говоря, оно изначально как бы противодействует Конституции вообще, это решение. Это же сродни тому, что было в Калифорнии, когда калифорнийский судья также принял решение, и калифорнийские власти тоже подали в Верховный суд апелляцию на это решение. И тоже, скорее всего, если как бы основываясь на Конституции, Верховному суду придется принять 2 решения. Либо сказать, что, ну, конечно, нет, Конституция, да, все-таки не права, либо сказать: ребята, это вы 30 лет нарушали это право, и теперь вы продолжаете, вы что, имеете наглость вообще пытаться отстоять это, апеллировать это решение на то, что вы 30 лет, нарушая право, не выдавали людям возможности вообще носить скрытое оружие, как это все американские граждане этим пользуются. Ну, то есть, как бы получается, вы лишали прав американских жителей, проживающих в своих штатах, что, собственно говоря. Ну, это будет очень большой прецедент, да, потому что мы понимаем то, что любое решение Верховного суда – это всегда прецедент. Но и в данном случае, если, опять же, оно будет не в пользу штата Нью-Йорк, скажем так, но оно будет его действие будет распространяться и на другие либеральные штаты, будь то Калифорния, Иллинойс, Нью-Джерси, там, я не знаю, Коннектикут какой-нибудь, где особенно жесткие законы об оружии. Да, то есть поэтому оно будет очень знаковым. Вот. Ну и, конечно, для законопослушных жителей это будет хорошие новости. То, что, ну вот, да, у них больше прав будет на ношение оружия, больше возможности себя защищать. Да, потому что преступники, как ты правильно отметил, они вот как-то не соблюдают все эти ограничения. Да, странно. Они покупают оружие на черном рынке, что сделать не так сложно, да, и там идут совершать преступление свое. И как-то вот их все эти законы об ограничении оружия, в общем, не останавливают. Да, удивительно, но вот такое происходит. Статистика говорит сама за себя, потому что статистика по Калифорнии, Нью-Йорку и Нью-Джерси, где вообще самые там, или по тому же Чикаго, да, то есть как бы в Чикаго вообще на 700% увеличился криминалитет с использованием нелегального оружия, а здесь мы видим как бы о том, что, ребята, ну, здесь это не работает, по крайней мере, в этом направлении вы идете неправильно, раз у вас увеличивается количество, да, преступлений, и криминал вообще растет только лишь. Хотя, если взять статистику, например, той же Флориды, там как бы совершенно все по-другому, а там вообще проблем нет, или того же Техаса. Ну, вот а, видим, там даже и open carry возможен, то есть даже не только открытое ношение. Вот, ну и правда, конечно, и вот когда там либеральная публика рассказывает о том, что вот в Чикаго такая высокая преступность, потому что преступники завозят оружие из там соседней Индианы, например. Мэр Чикаго сказала, что это в этом Трамп виноват, буквально вчера она сделала. Такое, ну, заявление. Вот, тоже как вариант, да. Вот, но там на очевидный вопрос: а почему же тогда в Индиане не совершается так много преступлений, где оружие в ходу, да? Почему же туда все привозят, в Чикаго и там совершают? Ну, в общем, на этот вопрос, конечно, никто не отвечает. Да, и даже если в теории там принять какие-то совсем уже драконовские меры по массовому изъятию и конфискации оружия, что, конечно, я надеюсь, не случится, но, конечно, вот демократы и Байден бы, конечно, к этому стремились. Да, то мы видим вот на примере Соединенного Королевства, да, где 2007 года такая политика проводится, вот, ну и криминалитет начинает пользоваться не только огнестрелом, но и ножами, и даже мечами, и даже чем бы то ни было, ну, в общем, находит какие-то способы в любом случае совершать преступления, поэтому это, конечно, не проблема. В оружии никогда нет проблем. Проблема с обществом, да, проблема, почему так много преступности,
проблема, почему пенитенциарная или правоохранительная система не работает, да, проблема, почему так много людей не вписывается в общество, в нынешнюю модель его развития, ну и так далее. То есть это, эти проблемы нужно решать, а не пытаться запретом оружия, там, не знаю, использовать запрет оружия в каких-то своих там политических целях, что делают демократы. Абсолютно точно. Антон, смотри, делая заявление, Куомо использовал очень странную риторику вообще, да, как бы связанную с пандемией, там, подавить инфекцию, лечить проблему общественного здравоохранения, нацеливать горячие точки с данными и наукой, разорвать цикл эскалации. Короче, там что-то я не знаю. Как ты это объясняешь, это раз, а второе, вот наши зрители пишут о том, ну кто бы говорил, но не Куомо вообще, кто бы не призывал вообще к этому, но он вообще как-то не имеет морали. Морального права вообще это делать сейчас. Слушайте, о каких моральных правах вы там говорите? Ну, что я вообще не понимаю, как дети малые. Во-первых, должен к своим предыдущим словам добавить, что в итоге испанское правительство с парламентом закон этот поменяло, так что теперь через суд их можно выселить. Произошло это в конце прошлого года. Ну, после того, как бандитизм расцвел вообще там пышным цветом, ну, вроде как там одумались. А что касается вот этого Куомо с риторикой ковидной, а почему нет? Ну, понимаешь, по шкале Попова, там, размягченность мозгов жителей этой территории, ну, там, близка к максимуму. И им уже полтора года, значит, в голову вливали вот, вот эту жижу под названием, ну, там, пандемия и все остальное прочее. Ну, а почему бы не использовать ту же самую риторику, просто немножко на другую тему? Нормально, понимаешь, то есть если весь предыдущий шмурдяк абсолютно нормально входил в головы, значит, вот этой популяции, которая там находится, все то же самое, только, ну, вместо одной сути вставили другую, которая сейчас удобна. Завтра скажут, значит, что давайте, значит, давить там, малые предприятия, маленький семейный бизнес, потому что это те непманы, которые мешают нам красиво жить. Они воруют, значит, они зарабатывают кучу денег, жрут водку там, а вы, бедные пролетариаты, ходите тут на пособиях, пробавляетесь. Ну, то же самое все, понимаешь? Это мне... Почему нет? Да? То есть если это беспринципная группа граждан, которые кроме власти и денег, у них других-то целей-то вообще нет никаких. Ну, почему нет? И взывать там к моральным качествам тех или иных персонажей из этого ОПГ, ну, по-моему, бессмысленно. Так что вполне закономерно. Мне кажется, что... Помнишь, был у одного из советских, то ли у Альтова, то ли еще у кого-то, когда нужно было... Он приехал читать лекцию вроде в детский сад, а пришел на след бухгалтеров. И вот он детей заменил на слово бухгалтер. Значит, ну вот и здесь то же самое, да, то есть он вместо одной, значит, составляющей вставил другую, а терминологию оставил. Может, ему методичку не поменяли, может, люди, которые ему пишут речи, настолько обленились, что просто поменяли в Word'е, чем там они пользуются. Значит, одно слово на другое, а контексты все оставили. Что же может быть? Деградация же не происходит только в каком-то одном месте. Деградирует все вместе и быстро. Спасибо. А мне кажется еще, что настолько он часто все это дело употреблял, что он уже просто не видит вообще других словарных сцепок. Ну, для то того, есть, чтобы знаешь, выразить. У него это уже, знаешь, как это матрица такая в башке сформировалась. Как Остап в свое время, когда ему очень хотелось есть, он за 25 рублей продал набор слов, из которых можно было писать репортажи, значит, о великой смычке Транссибирской магистрали. Ну, почему нет, да, то есть я думаю, что у него спичрайтер точно такой же Остап, значит, и который не очень утруждается еще ко всему прочему. Так что нормально. Антон, ты его нос видел? Он, по-моему, со своим спичрайтером за 10 минут до этого выступления дорожку раскатывал, я тебя умоляю. Несешь, какая разница, да. Какая разница, что они там раскатывали? Я просто говорю, если люди готовы, значит, вот эту куклу надо терпеть, но я опять, я смеюсь не потому, что не смешно, потому что... Плакать хочется, слушай. Абсолютно, потому что то, что мы обсуждаем,
Если бы мне кто-то там 2 года назад сказал, что вот такая вот ерунда будет происходить. Ты смеешься из-за нервного срыва. У тебя нервный срыв. Да, знаешь, моя крепкая нервная система дает краткосрочные сбои. Но это же бред сивой кобылы, да, то есть это вообще это бредятина кончена. Вообще все, что происходит, бредятина кончена. Дети могут менять пол. Сейчас в Европарламент, Европравительство, значит, обсуждает лишить Венгрию бабла, потому что Венгрия приняла закон, запрещающий, значит, индоктринировать детей там про смену пола и все остальное прочего. Ну, то есть, речь идет там примерно... Там не совсем так. Там не совсем так все. Там по-другому. Ты имеешь в виду про этого Виктора... Орбана? Я имею в виду сейчас то, что сейчас, вот в данный момент, сегодня, значит, вот эти евролюди сказали, что раз вы запрещаете, значит, вот детям там менять пол по своему выбору, мы вам денег не дадим. Как это называется? Это же гендерная, все как происходит... Гендерная как... хрень какая-то. Как я и забыл, здесь. Здесь было. Просто по-другому, по-другому здесь все выглядит. Здесь штаты пытаются лишить как раз-таки самости и своих законов, как раз-таки управляя бюджетами. Сейчас же все идет о деньгах, да? Но мы немного не туда пошли. Я вот хочу конкретно четкий вопрос задать прямой Феликсу. Мы двигаемся в том направлении, когда мы не понимаем, кто будет защищать наш бизнес, наши семьи. То ли это будут бандиты, то ли это будем мы, нелегально или легально, да. Но это точно не полиция, это точно не чиновники. И чиновники и левые ведут нас к тому, что мы не знаем, что будет в ближайшее время. Мы потеряли эту уверенность, у нас ее нет сейчас. А вопрос Ник, очень важный. Ник, ты должен уточнить, что то, что происходит, все-таки пока... происходит только в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, понимаешь? Только, то есть там, где сидят конкретно сидят демократы, не так, как у нас в Колорадо, в Денвере, а именно конкретно сидят и рулят всем, до чего могут дотянуться. Вот, поэтому там происходит такая фигня. Я чуть-чуть хочу назад вернуться, риторический вопрос. Не судится ли Волгринс втихаря сейчас уже с... правительством Калифорнии и конкретно с городом Сан-Франциско за то, что происходит, и за те неконституционные законы, которые они попринимали. Я думаю, что на этом они могут поправить свое положение материальное и даже закрыв эти магазины. Вот, это раз. Во-вторых, коррупция, мы говорим о коррупции, которая 30 лет, коррупции, сори, о том, что город Нью-Йорк 30 лет, значит, НРА судится с городом Нью-Йорк, чтобы вернуть эти законы. 30 лет, ребята, 30 лет идет нарушение Конституции, и мы, наш Верховный суд до сих пор не может принять решение по этому вопросу. 30 лет, то есть это же не началось, когда Трамп был или Обама был. Это 30 лет назад, когда начали зажимать, закручивать гайки в Нью-Йорке. Вот, поэтому защищать мы будем себя сами, вот, принимая правильное решение на выборах и защищая штаты, правительство штатов от проникновения вот таких вот демократов, как Куомо, а таким городам, как Нью-Йорк и Чикаго и Сан-Франциско, я думаю, что им уже ничего не поможет. То там это будет революция самая настоящая, когда люди будут голосовать тем, что или будут уезжать из города, или просто начнут защищать себя сами, несмотря ни на какие решения их властей, как только что Антон рассказывал, произошло в Испании. И пока эти ребята сами не одумаются, я думаю, что их только можно будет переизбрать или сдвинуть каким-то более радикальным способом. Ну, возможно, но хочется еще... Ответ простой. Защищать мы должны себя сами. Не надеясь ни на какое правительство. Точно. Абсолютно. Absolutely right. Bottom line. Правительство тебя только нагнет, поимеет, еще налогов тебя сделает. Не можешь сам, найми бандита. Вот и все. Ну, опять же, да, мы возвращаемся к тому, что это вот как бы нам приходится что-то делать то, чем мы раньше никогда не занимались и даже вообще понятия теперь не имеем. Слушай, мы представить себе этого не могли.
Я в этой обстановке, я как-то у тебя на программе говорил, я жил в этой обстановке в начале 90-х, меня там, я в 89-м году открыл свой первый бизнес, еще Советский Союз там был. А потом понеслась вся эта бандитская история. И я очень хорошо представляю, как только, понимаешь, у тебя же вакуум, как только ты полицейский, когда грабит, отворачивается и отходит в сторону, вместо или там бандит. Тут же встает браток. Понимаешь, браток встает, оружие у них всегда есть, еще что-то есть, на эти законы они клали, полиция у них будет коррумпирована, она у них будет с руки есть. Ну, это же все, вот это такие прописные истины, что даже, честно говоря, странно их здесь повторять. Антон, а почему эти люди в правительстве этих городов этих вещей практически не понимают? Не, почему они, надеются, у них другие цели. Ну, понимаешь, вы все время тоже как-то наивно очень полагаете, значит, что ваше рациональное мышление должно быть транслировано в голову тех людей, которые находятся там. Значит, мы же про вот только что поговорили про деньги из тумбочки, электричество из розетки. Это не фигура речи, они реально так думают, да, то есть им абсолютно наплевать на все остальное. Власть, то есть ты хочешь сказать, что у нас у власти сейчас просто дебилы? Абсолютно, жадность и тупость. И такие же дебилы их выбрали. Спасибо всеобщему избирательному праву. Вся история. А остальная часть населения на все это смотрит и молчит в тряпку. Ну, окей, значит, если будут молчать в тряпку, значит, станут в это же стойло. Это не молчим в тряпку, мы делаем выводы. Прежде всего, да. И я хочу сказать, что вот республиканская группа Michigan Rising Action, она раскритиковала, например, Элис Слоткин за то, что она, пытаясь противостоять, собственно говоря, закону об инфраструктуре, поддержала фактически закон о примирении. Давайте посмотрим, чего там, в чем там как бы проблема возникает. Но мы знаем, в общем-то говоря, Элис Слоткин довольно-таки скандальная личность в плане как бы ее действий и ее, собственно, выступления и критика, допустим, каких-то одних вещей совершенно может быть иногда направлена на поддержание уж сильно крайне левых идей. Давайте посмотрим, что же. Республиканская группа Michigan Rising Action раскритиковала Элис Слоткин, представителей штата Мичиган, за то, что она открыто поддержала демократический план так называемого примирения крайне левых демократов с целью в конечном итоге протаранить все-таки части списка радикальных желаний в законопроекте об инфраструктуре Байдена в общем итоге на $6 триллионов. Статья расходов очень нечетко описывается и само понятие инфраструктуры, и то, на что будут тратиться самые дорогостоящие за всю историю США финансовые желания Байдена. На фоне того, что уже многие демократы по всей стране стремятся дистанцироваться от крайне левой стороны своей партии, на прошлой неделе было сообщено, что многие по-прежнему открыты для идеи поддержки так называемого законопроекта об инфраструктуре. Демократы в некоторой степени открыты для идеи так называемого инфраструктурного законопроекта с планом примирения радикальных левых сил в разработке. Конгрессвумен Элис Слоткин едва победила в своем штате, сказала Actions: «Просто покажите мне, о чем мы говорим, и покажите мне конкретно, как это поможет моему округу», когда ее спросили о законопроекте об инфраструктуре. Но затем, когда ее спросили о плане примирения радикальных левых сил, она была открыта для этой идеи и ответила: «Думаю, у меня есть сверстники, которые говорят, черт возьми, почему бы и нет». Исполнительный директор Michigan Rising Actions Эрик Винтельмиан заявил: «Открытость конгрессмена Слоткин этому радикальному плану примирения соответствует ее послужному списку, когда она играла умеренную позицию на телевидении, но поддерживала крайне левых в Конгрессе. Этот законопроект о примирении – ничто иное, как еще один дорогой список либеральных желаний, и избиратели Слоткин должны быть обеспокоены ее решением поддержать такую оторванную от контактов экстремистскую повестку дня». В дополнение к этой истории, как сообщается, есть также масса демократов, восставших против спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, заявив, что они не пойдут на стороны спикера, когда та попытается удержать двухпартийную инфраструктурную сделку в заложниках, чтобы продолжить партийный список ништяков для демократов, левых и их единомышленников. Ну, собственно говоря, понятно, что очень странные у нее заявления, идущие в расход с ее как бы моментом, когда она
реально принимает какие-то действия. Но, в принципе, каким образом можно выступать против закона, допустим, об инфраструктуре, понимая, что это приведет только к распилу каких-то денег, и тут же поддерживать закон о примирении и как бы крайне левые инициативы радикальные. Малик, вот как твое мнение на этот счет? Слишком много предателей, к сожалению, сейчас в партии, и... Собственно говоря, это тоже очень важный момент, на который надо обратить внимание. Это прежде всего, да, избиратели Мичигана. Но и мы видим волнение в демократической левой партии, которая даже, вот, например, отказывается поддерживать и Нэнси Пелоси и выступают, собственно говоря, за то, чтобы каким-то образом отстраниться вообще от левых движений и левых каких-то инициатив. Да, у меня микрофон заработал. Понятно, что инфраструктурная реформа в целом для республиканцев – это тема такая довольно сложная. Да, мы все помним, как Трамп в свое время несколько лет пытался провести инфраструктурную реформу. Вот если мы посмотрим там, на любые опросы, то там немалая часть республиканцев поддерживает принятие инфраструктурной реформы. Ну, есть какое-то такое общее, наверное, межпартийное понимание того, что ну, как бы деньги нужно тратить, потому что там состояние инфраструктуры как бы стараются жить лучше. А другое дело, что, конечно, там те реформы, те планы реформ, которые сейчас представляются демократами, они очень-очень токсичны для республиканцев, да, там много денег выделяется на разные левые проекты, много денег выделяется на зеленую энергетику, там на то, что демократы называют в кавычках human infrastructure, то есть как бы вот физическая инфраструктура, а есть как бы такая человеческая инфраструктура. Потому что как раз тоже, на самом деле, показатель того, насколько сам этот термин очень популярен среди населения, да, я думаю, там любые фокус-группы, которые проводят политтехнологи демпартии, они показывают то, что как бы очень нравится людям термин инфраструктура, и поэтому они как бы теперь все именуют инфраструктурой. Там даже, не знаю, реформа Верховного суда, это тоже касается инфраструктуры, якобы. Но и республиканцы, они оказываются в такой не очень понятной позиции, да. То есть там, наверное, умеренное крыло республиканцев, которое считает то, что ну давайте мы за что-нибудь хотя бы проголосуем, нам будет проще избираться на следующих выборах, если мы скажем то, что ну мы вот проголосовали за выделение денег на то, чтобы это все делать. Есть как бы более правые политики, которые считают то, что ну нет, сейчас в условиях, когда у тебя инфляция и... там, по того госдолга нужно будет скоро повышать, кстати говоря, в августе, да, тоже важная история, и в целом госдолг там почти 30 триллионов, но не стоит еще больше денег вливать в экономику. И тоже, в принципе, не вполне логичная позиция, хотя которую, наверное, будет сложнее защищать им на следующих выборах. 6 триллионов, немаленькая сумма, которая пойдет непонятно на что, без объяснений четких моментов. То есть, как бы, даже Байден не может сказать, а что это, собственно, инфраструктура, а статьи расхода какие. А учитывая то, что стимулы это было всего лишь 9% непосредственно на COVID, а остальное вообще на изучение там коралловых рыбок, падение деревьев, гендерную несправедливость в Пакистане, не имеющая ничего отношения. Я думаю, что инфраструктура в большей степени, но как бы пойдет именно на инфраструктуру. В основном эти все 6 триллионов будут потрачены незнамо на что. Ну, там здравоохранение, там разные, поддержку, кстати говоря, либеральных властей местных, которые сейчас находятся в предбанкротном состоянии, на зеленую энергетику, конечно. Вот, ну и там что-нибудь типа 500-800 миллиардов на саму инфраструктуру. Ну, мы понимаем то, что вот тот самый проект на 6 триллионов, он не будет никогда принят. Да, там сейчас более вменяемые проекты, которые рассматриваются Белым домом, они там на 600 миллиардов на инфраструктуру, там, может быть, 1,2-1,5 триллиона на все остальное. И, скорее всего, кстати говоря, там некоторая часть республиканцев их поддержит. Как минимум там те, кто там... К сожалению, пропала связь у нас с Маликом, завис, да. Я хочу, Антон, пока Малик у нас что-то по технической проблеме, считаешь ли ты, что законопроект не будет продвинут, ну, учитывая все вот эти вот скандалы, да, которые там были завязаны с сенаторами, с утверждением там 1.9 триллиона. И еще вот этот вот обманным путем 4, да, триллиона к хвостику. Считаешь ли ты так бесперспективно вот это вот движение Байдена
и все его танцы, получается, были как бы просто так вообще, не, ну, как бы сиюминутная слабость? Ну, тут несколько моментов. Первое, извини, прицеплюсь к твоим словам. Даже Байден не может объяснить. Но ну, я имею в виду, это... даже потому, что это он это двигает вообще, понимаешь? То есть, если бы я двигал законопроект какой-то, я бы уж точно знал, на что я хочу получить эти деньги. Слушай, если бы ты был Байденом, я думаю, что ты бы вряд ли мог вообще что-нибудь объяснить. Знаешь, ты ж не... Извини. Ну, хорошо, хорошо. А, второй засчитал. Момент... Да, значит, второй момент... Смотри, когда в воздухе пахнет вот такими бабками, какие там республиканцы вообще устоят? Никакие. Понимаешь? Устоят только те, которым точно ничего не светит, да, там от этого отцепить, отгрызть, откусить. Я уж не знаю, там, как это у них, какая отсосать. Терминология принята. Но я вот тебе выслал картинку в Телеграме, вот ты можешь ее, как демократы делят бюджет. Значит, очень хорошая. Мне если бы ты на WhatsApp кинул бы, я бы показал ее сейчас. У меня давай, на этом компьютере, на который... Тоже. Кинь на WhatsApp, ну, сейчас я спич закончу, я тебе ее вышлю. Значит, по поводу триллионов, миллиардов, инфраструктуры и всего остального, знаешь, вот маленькие проекты неинтересны, потому что с них нечего украсть. Большие проекты, ты посмотри, значит, чем занимаются леваки по всему миру. Они все протирают оптические оси, да, и выписывают на это совершенно какие-то неимоверное количество литров спирта. Я когда в армии служил, у нас была аппаратура, значит, у нас был такой прапорщик-алкоголик, который выписывал, значит, спирт, все время его списывал, значит, и умные солдаты ему посоветовали, значит, списывать на протирку оптических осей. Значит, он на этом, собственно, потом и спалился. Так вот, это и это, понимаешь, самый там, ты вспомни все, ну что, вот, озоновая дыра, да, классная совершенно история, сколько денег там Керри на ней спилил, совершенно нереальное количество. Потом откуда-то из, значит, из сундучка маркиза Карабаса вытащили эту Грету Тунберг, понеслись биться с всемирным потеплением, ну, или похолоданием, они так и определиться не смогли, и в итоге назвали эту историю emerging climate issues. Значит, народ хавает, все нормально абсолютно. Давайте запретим бензиновые машины, давайте запретим такие машины. Соответственно, давайте теперь вложим там 100 триллионов в инфраструктуру, потому что эти электрические машины негде заряжать. И вообще давайте проинспектируем все дома в Соединенных Штатах, потому что один дом во Флориде упал. Да? Ну, мы об этом тоже говорим. Ну, да. Вот все вот там проблема в том, что как только у тебя... Проблема, на самом деле, формулируется достаточно просто. Это называется избыточно разросшееся государство. То есть мы сейчас находимся в кризисе, вот когда, по сути, это раковые опухоли, да, эти государства, которые пожирают все вокруг себя, и им абсолютно наплевать, да, то есть они не понимают то, что они умрут вместе с телом носителя хозяина, да. Хозяин — это те труженики, которые ходят, значит, и что-то там делают. И некоторые из этих тружников вроде начинают понимать, значит, что что-то тут вот слишком много государства стало в их жизни, но во многих местах уже поздно. Сказали, ну, окей, а что мы можем сделать? Тут у нас полиция, армия, врачи, все государственные служащие, учителя все государственные служащие. И они все общество, вот они его убивают. Ну, давайте внимательнее просто к этому относиться, чтобы как-то... не зашло это в необратимой уже стадии, да, то есть не зашло это в четвертую стадию раковых заболеваний. Как-то надо... А по поводу вот сюжета, собственно, да, ну, я повторюсь, то есть вот весь мой спич ровно об этом, да, то есть о том, что отдельно взятые люди не в... Как-то, понимаешь, вот, говорит, ты получишь там 100 миллиардов. Ну, все, человек поплыл, да, то есть тупость и жадность, ну, как обычно, да, то есть вот когда мы же вот на рубеже веков, начиная с 19-го, на рубеже веков 19-20-го, мы же сменили нематериальное на материальное, да, то есть если раньше высшей ценностью среди элиты была честь, за которую ходили на дуэли, то теперь, значит, бабло и просто жизнь, да, а все остальное можно и как-то растереть потихонечку. Ну вот это мы и наблюдаем в полный рост везде. Везде-везде, да, и устоять сложно. Поэтому
я не вижу, то есть я не вижу ничего удивительного, да, в том, что такие новости появляются. Более того, их будет много. Такого рода новостей. Спасибо. Ну вот Малик вернулся к нам, и я хотел бы закончить, спросив, скажи, пожалуйста, что же все-таки конгрессвумен Элис Слоткин, на твой взгляд, она как раз-таки классический пример вот той ситуации, когда вроде бы как избранные республиканцы должны отстаивать до конца, идти и не позволять как бы проходить левым инициативам, а они вот когда вот на телеэкранах вроде бы говорят правильные вещи, но когда идет речь о голосовании за законопроекты, да, вот непосредственно все, вставай и борись, от тебя зависит все, начинают поддерживать какой-то момент левые инициативы и говорить, да нет, это не так уж и плохо, давайте как бы мы будем за это тоже как бы голосовать. Вот что конкретно вот это, что можешь сказать по поводу этого ее примера? Ну, тут понятно, что как бы это выделение денег, очень большого количества денег. Да, там, она наверняка работает с какими-то лоббистами, которые там, ну, у них есть свои заинтересованные проекты, на которые деньги в том числе пойдут. Да. Вот, таким образом она показывает этим самым лоббистам то, что, ну, вот я готова открыто к обсуждению, а может быть, и не проголосую за вот этот самый конкретный левый законопроект, вот, но, в принципе, готова поддержать какую-то инфраструктурную реформу. Да? То есть, ну, для нее это как бы тоже бизнес, да, там, коммерциализация там, своего положения в Конгрессе. Конгрессвумен на Капитолии. Вот здесь, ну, в принципе, ничего особенного нет. Как бы понятно, что всегда есть какое-то количество республиканцев, которые готовы такие вот финансовые законопроекты поддерживать, даже несмотря на то, что там выделяется очень много денег на разные левые инициативы. Вот, но что-нибудь там дадут же и правым, да, то есть такую кость кинут символическую, вот, но они за него хватятся и будут за это голосовать. Ну, то есть таких есть, и там, опять же, есть люди, которые вообще там, используют самих себя для того, чтобы рекламировать некоторые финансовые проекты демократов. Я имею в виду, допустим, Митта Ромни или Лизу Мурковски, которые позировали вместе с Байденом на лужайке Белого дома и представляли этот самый совместный их инфраструктурный проект. Да, то есть, ну, как бы это совсем. Скажем так, плохо, наверное, да. Вот. Ну, есть такие люди помельче, которые просто там своим пытаются подать какие-то сигналы, не знаю, каким-то лоббистам о том, что вот они открыты к обсуждению. Ну, то есть, ну, как бы типичная такая политическая история, я не вижу в ней ничего-то особенного. Вот, конечно, хотелось бы иметь республиканцев по принципиальности. Вот. Ну, и в 2022 году, безусловно, будет возможность кого-то из представителей эстаблишмента снести. Я думаю, что и Трамп будет на это работать, там, летом. В августе 2022 года, когда будут праймерис проходить, вот, ну, вот кого-то из них снесут, я надеюсь. Можно ту же самую Слоткин, наверное, тоже снести. Ну, по крайней мере, 10 человек, республиканцев, которые голосовали за импичмент Трампу, он сказал, что он не будет их поддерживать вообще на дальнейших переизбраниях и... Соответственно, таким образом будет показывать, что за них не надо голосовать. Да? Но, на мой взгляд, это не только те люди, которые проголосовали уж конкретно там за то, чтобы импичмент Трампа впаять, а вообще избиратели должны более серьезно относиться к тому, за кого они голосуют. И коли республиканцы голосуют за тех людей, которые бы хотели представлять республиканские интересы, здесь, конечно же, никакое лоббирование не должно играть... на тех кандидатов и конгрессвуменов, конгрессменов, которые представляют это все в Конгрессе. Ну, здесь, наверное, два момента. Вот я, можно я еще добавлю? Да, конечно, давай. Так, первый момент, то, что там, во-первых, демография очень широкая и разношерстная, да, там, если, возможно, республиканцев, многие из тех, кто сейчас сидят в Конгрессе, да, они еще там исправились в бушские годы, там было очень много коррупции, да, там в одном сенате, по-моему, 5 или 6 уголовных дел заводилось в середине 2000-х годов в отношении республиканских сенаторов, да, то есть такая вот старая гвардия, еще бушевская, там было очень много коррупционеров, да. Потом во многом она очистилась в эпоху чайной партии, и пришло много людей более идейных, но и с ними сейчас тоже в том числе, конечно, имеются проблемы. Вот, и касательно, наверное, того, что ты сказал действительно про импичмент, тут же тоже очень интересно, да, вот если мы посмотрим на персоналии тех, кто голосовал за импичмент, вот там взять уже Лизу Чейни, например, да, вот человека, которого сейчас, безусловно, там все правые Америки не любят и за дело, да, то есть человек, который не просто голосовал за импичмент и поддерживал импичмент Трампа, вот, ну и потом она там еще два месяца воевала с Трампом, когда он уже не был президентом, что выглядело очень-очень плохо, там и каждую неделю, мне кажется, публиковала статью где-то в либеральных СМИ о том, да, что... Да, и даже чаще Трампа, она там была ложь, желанным... И так гостем. Далее, да, да, но... Но при этом она же, если мы посмотрим на ее вот track record голосования, она же очень правый человек, да, она правее, чем большая часть других республиканцев. Она поддерживала в основном все, ну, там, нормальные консервативные вещи с 2014 года, как она с 2015 года, как она заседала в Конгрессе. Но она сломалась, да, действительно, на трампизме.
на Трампе. С другой стороны, там многие, может быть, последователи Трампа в Конгрессе, они далеко не такие правые, как хотелось бы, да, там, как может быть чайная партия, или как может быть даже, на самом деле, Лиза Чейн. А вот, потому что та девушка, которая заменила во главе республиканской конференции, Стефаник, да, по-моему, вот, она же, ну, как бы, вот, опять же, Стефаник, да. Да, как она голосовала, она далеко не такая правая. Вот, то есть она, ну, как бы уже тоже... Но зато она поддерживала Трампа. Да зато, да, это, как бы, вот ты это, понимаешь, что правильную тему поднял, здесь все крутилось вокруг Трампа и его личности. И абсолютно ничего по поводу республиканской партии и вообще, как бы, большой ценности, большей ценности именно для республиканской партии. Нет, безусловно, там Лиза Чейни, она, в общем, нарвалась. То есть там, ну, там и столько сигналов давали, что нужно остановиться, она не остановилась. Я просто к тому говорю, то, что вот здесь тоже есть противоречие, да, с чем нужно республиканцам двигаться дальше, да, вот с лояльностью Трампу, даже если они не очень правые, но они будут поддержаны, или, может быть, с более какой-то там принципиальностью в плане отстаивания своих взглядов, но которая может идти в противоречие с тем же Трампом или с поддержкой Трампа. Вот это вот большой вопрос идеологический, который, я думаю, что будет очень остро стоять на следующих праймерис в 2022 году. Вот и правом в Америке, конечно, нужно определиться, как и что делать вот в эту самую эпоху посттрампизма, в которой мы сейчас живем. Ты знаешь, вот нам сейчас пишет Алис Уильямс, последовательный Трампа в Конгрессе, это оксимирон. И здесь уже можно... Да, окей. Ну да, и Марджори Тейлор Грин, вот она вам, да, последовательница Трампа, но она правая при этом, она действительно правая. Вот, ну там та же Стефаник, ну то есть как бы те люди, которые там хотя бы, да, например, голосовали за пересмотр итогов выборов 6 января. Там одного из этих человек, господи, у меня вылетело из головы, еще раз Трамп поддержал на праймере с сенатских в Северной Каролине. Тоже Бат его зовут, или как-то так, его фамилия, Бат, тоже человек... Да, да, да. Совсем не правый на самом молодой, деле. Молодой, совершенно молодой парень абсолютно, да? Да, 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 да. Да. И но как при он этом себя он... даже... Он работал в пресс-службе у Трампа здесь до этого. Ага, окей, окей, да. Вот, но при этом вот он проголосовал за пересмотр итогов выборов, и вот поэтому его поддержали на праймере, он, возможно, выиграет. Вот, ну, тут как бы вот такое вот большое противоречие. То есть нужно ли быть все-таки более идеологически принципиальными, или вот все-таки больше быть лояльными Трампу, даже если вы не совсем правы, ну... В общем, это нужно обсуждать, и я надеюсь... А какое твое мнение на этот счет? Потому что сейчас очень многие об этом говорят. Да, действительно, сейчас уже разъединились республиканцы именно по этому принципу. Одни говорят, нет, только Трамп, он лидер, неважно вообще, только за ним, несмотря на то, что там как бы, ну, ему уже будет порядком лет, и вряд ли там как бы, возможно, он даже пойдет на выборы, хотя он об этом говорит, ну, прямо не заявляет, а намекает, что вроде бы он пойдет. Но опять же, там как бы большие деньги именно за Трампом, потому что на него делают, да, донейшн, на мага делают донейшн, и мало кто ориентируется, ну, как бы, из этих людей на республиканскую партию. А есть другая позиция, когда говорят о том, что нет, уже мы не будем говорить о Трампе, нам надоело говорить, что выборы украдены, украдены не у него, у нас украдены, при этом никто ничего не делал, и никто ничего не сделал, нам надо перешагнуть через это, идти дальше. Нам нужно сконцентрироваться на республиканской партии, на новых лидерах от республиканской партии и дать им возможность выйти вперед. До 22 года осталось вообще ничего, до 24-го, учитывая важность выборов, тоже вообще ничего. А по-прежнему как бы вот такое что-то непонятное в партии происходит. Опять же, учитывая, что под маской демократов, да, крайне левые, они-то как раз-таки готовы рваться вперед, им все равно, кто будет лидер, там даже Джо Байден, вообще да, никакой проблемы нет, потому что у них идет именно партийный напор, они один за другим продавливают законопроекты, они фактически сейчас в большинстве, они будут за это бороться, они будут отстаивать это, будут проводить HR1 любыми способами, пусть она там уже провалилась, да, но они через суды теперь будут каким-то образом да, заходить. Камала Харрис сказала, битва не окончена и все прочее. Вот в этом отношении, чтобы ты, ну как бы, что тебе ближе и как тебе кажется, что более будет продуктивно сейчас вот с теми республиканцами, которые а, поддерживают Трампа, и б, именно за республиканские ценности, именно за силу республиканской партии, и неважно, кто будет лидером. Ну, мы, конечно, все благодарны Трампу за 4 года. Трамп во многом трансформировал республиканскую партию, и это пошло ей на пользу, безусловно. И это нужно, безусловно, анализировать, принимать, переваривать и так далее. Но я все-таки, конечно, не хотел бы превращаться вот в партию Трампа.
да, то есть партию одного лидера, такую сектантского плана, это, ну, тоже не выход. Как бы, да, Трампу большое спасибо за 4 года, но нужно двигаться дальше. И, безусловно, у Трампа тоже есть идеи о том, кто мог бы стать его возможным там преемником, в кавычках, да, может быть, там губернатор Десантис от Флориды, кто-либо еще. Ну, конечно, хотелось бы видеть людей вот более свежих, более молодых и принципиальных идеологически, да. То есть Трампу, безусловно, там можно какие-то претензии предъявлять. Одна из претензий, которые там нередко предъявляется, то, что, ну, действительно, там во многих вопросах важных для республиканцев он занимал не самые принципиальные позиции, в социальных вопросах, да, и так далее. Возможно, стоило, ну, как бы вот возвращаться к такому, может быть, идеологически правильному принципиальному консерватизму в том числе, беря за основу и идеи Трампа, и то, что раньше до этого, например, предлагала чайная партия, ну, что-то как-то переформатироваться. Вот, я бы сказал то, что в этом цель и, на самом деле, выход. А, то есть вот мне очень не нравится, собственно, почему я это начал говорить. Мне очень не нравится, когда вот многие такие довольно умеренные, на самом деле, республиканцы, которые могут голосовать за всякую гадость в Конгрессе, но они как бы показывают, там, постоянно выступают рядом с Трампом, поддерживают его публично, и к ним вроде как нету претензий из-за этого. Хотя на самом деле они как бы, ну, совсем уж умеренные, да, и представители истеблишмента. И это тоже, ну, на самом деле, неправильно. Как бы нужно тоже это переваривать, и таких людей нужно бы тоже отстранять. Вот там, как бы ты там не поддерживал Трампа, но все-таки важно уже не то, что ты там его поддерживал, не поддерживал в 2017 году, а важно, как ты голосуешь сейчас. Потому что если ты голосуешь сейчас плохо, то давай-ка тебя на праймерис мы прокатим и поставим человека более принципиального, который, может быть, не во всем согласится с Трампом, это тоже нормально. Но он будет все-таки голосовать, ну, вот принципиально по всем вот там правым позициям, которые для нас важны. На мой взгляд, эта позиция более выигрышна для республиканцев. Вот, но выберут ли они на следующих выборах 2022 года, это большой вопрос. Посмотрим. Там осталось не так много, как ты правильно сказал, чуть больше года. Даже вот, ну, опять, извини, еще один короткий вопрос. Да. Даже вот ситуация с Десантисом, их спором по поводу того же митинга в Сарасоте, который был в прошлую субботу, когда Десантис сказал Трампу не время проводить, когда здесь идут вот как бы поиски тел, да, в Серфсайде, Трамп сказал, нет, все же я буду проводить, то есть как бы пошли какие-то обострения, которые и до этого, оказывается, имели место быть уже по поводу того, что у них были все-таки какие-то, оказывается, натянутые отношения, но тем не менее, как бы они идут в одно дело, и Десантиса и Трампа любят республиканцы, и здесь, как бы, вот это как раз-таки тот пример, о котором ты говоришь, что, может быть, даже он и не согласен, и, может быть, даже они в чем-то во многих моментах спорят, но идут в одном направлении, и два серьезнейших и сильнейших лидера, потому что тот же Десантис показал, как при минимальных ограничениях, простите, как бы сохранить экономику и преодолеть вот этот вот период сложной пандемии. И как бы, в общем-то, как бы за это получил уважение среди республиканских сторонников в том числе. Нет, безусловно, нужно объединяться, конечно, меньше спорить. И это, на самом деле, проще сделать, когда ты находишься в оппозиции, как сейчас республиканцы находятся. Потому что когда ты у власти, вот как раз начинаются все споры о том, что ты хочешь, что не хочешь и так далее. И как раз мы у демократов сейчас наблюдаем, да, некоторые противоречия между совсем уж левыми и умеренным крылом. Вот, ну, быстро отвечаю, я абсолютно согласен, что нужно объединяться, конечно, да. Просто, ну, я не считаю то, что, наверное, все-таки Трамп лучший кандидат от республиканцев в 2024 году. Как я уже сказал, вот там Десантис мне милее, скажем так. Ну, или, может быть, кто-либо другой тоже посвежее, кто там сможет победить на праймерис. Вот, я пойму, если Трамп пойдет на эти праймерис на следующие выборы, я это пойму, да. Вот, но мне кажется, все-таки перспективнее было бы какого-то другого кандидата брать, который там в том числе будет продолжать ту революцию идеологическую, которую начал Трамп в 2015 году. Спасибо тебе большое. Ну вот Антон прислал фотографию, которую я сейчас вам покажу. Это вот демократы делят бюджет, да, или как-то. Поясни. Ну, да. Знаешь, как это? Паразитическое образование на здоровом теле американской экономики. Это вот закон про триллионы. Я только сейчас заметил, что у картинки не прикрыт сосок, поэтому на YouTube такое показывать нельзя. Да, это... Ну, отвлеклись немножечко от темы. Я хотел бы сейчас... Даже в мультиках, да. Ну, о, то, ужас. Что, в мультиках особенно. Не, на картинках можно. Можно? Ну, угу. В общем-то, ладно, тогда давайте еще раз посмотрим. Вот так вот это выглядит. А где ты там нашел-то? Это пятна крови на самом деле.
Ну, не знаю, я вижу, что это пятна крови не в том месте находятся. Короче, по-разному можно трактовать это все. Ну, картина Феликс, хороша, наш, согласен. да, хороша, я согласен Там еще обрати полностью. внимание, на стенке висят соответствующие портретные галереи. Это члены Конгресса от Демократической партии. Да-да. Феликс, только ты не высказался еще по поводу прекрасных Я наших вещей. словами Тимура Шалова скажу. Я кратко резюмирую сегодняшний базар. Вот. Эти люди, вопрос только в том, я имею в виду республиканских представителей, которые ведут себя так, как ведет это конгресс-вумен. Вопрос в том, во сколько Элис они Лоткин. оценивают свои места. Да, только в этом. То есть я абсолютно согласен с Антоном, эти люди просто продажные суки. Вот и все. Они Давайте продают же. свои места за те деньги, которые им предлагают, и голосуют так, как им выгодно, не заботясь абсолютно. То есть, если цена достаточно велика, они не заботятся о том, что их переизберут или не переизберут в следующий раз. Вот и все. У них уже все схвачено. К Это сожалению, очень да. обидно, это очень неприятно, особенно тем людям, которые за них голосовали. Я не знаю, никто не акцентировал, кстати, на том, что когда она закончила свою речь, встал человек с плакатом «Импич», фамилию опять я забыл, и вернуть Трампа, да? То есть даже в том зале, Слоткин, где, да, Элис Слоткин, Слоткин. то есть даже в том зале, где люди встали и стали вдруг там ей аплодировать, то есть в этом же зале находились люди, которые не готовы идти на поводу этих товарищей и хотят их убрать как можно быстрее. Вот и все. Ну, потому что от этого действительно многое зависит, и мы еще раз должны понимать, кого мы избираем на уровне Сената, Так они же Конгресса, шифруются, мэров они же, городов, когда идут на выборы, они тебе изучать. такое обещают, и так разговаривают красиво, а потом все. У кого-то берет Абсолютно. больше времени, у кого-то меньше. Поэтому надо изучить и посмотреть, что этот человек говорил до этого, посмотреть все, и только тогда идти на выборы, а не полагаться лишь на то, что там кто-то понравился или не понравился, там, я не знаю, как это обычно люди делают, идут и Программу голосуют. было бы неплохо Не почитать. голосовать по ощущениям, да? Да, а именно вот как бы по-серьезному изучить кандидата, и только тогда в таком... Потому что от этого все зависит. Зависит не только там от президентов там и всего прочего, как мы видим, что в принципе важно, но больше всего зависит от руководителей на местах, от вашего губернатора, от вашего мэра, может жизнь даже как бы показаться совершенно другой. Мы видим сейчас по штатам, пока еще это возможно, пока администрация Байдена не уничтожила штаты и как бы надеемся, что этого и не произойдет. Будем следить за событиями. Я благодарю наших спикеров сегодня. Малик Дудаков был сегодня с нами, Антон Спасибо. Попов, Спасибо. Снова был постараемся. Феликс Боровик вместе с нами. И буквально Они через не несколько пройдут, минут Антон. Все правильно. они не пройдут. Победа будет за нами. Помогайте нашему каналу оставаться на плаву, ввиду блокировки на основном канале. Делайте донейшн через PayPal. Для нас это очень важно. Мы делаем информационное вещание каждый день. Буквально через 4 минуты в студии Tuketz Video Production фейки с Вероникой Таран. Вероника Таран уже появлялась в студии. Соответственно, ждем ее выхода в 2 часа по Антон, времени один ма... Нью-Йорка. Антон говорю, Ник, один маленький вопрос. Ты на Геттер уже записался? Я только собираюсь еще делать, посмотреть, что там за платформа, как еще не Слушай, я дошли руки, но... посмотрел, пока без больших впечатлений. Я зарегистрировался, Очень но сыро, да. пока ни о чем. Ну вот все они, к сожалению, очень сырые и не дающие возможности обширно работать, делать прямые эфиры, каким-то образом что-то там монетизировать, а ну как бы... Соответственно, это необходимо, это очень важный инструмент. Окей, до встречи. Я буду Смотри. ждать с нетерпением встречи с вами в следующий раз. Пожалуйста, берегите себя и всем всего доброго. Бонсуар.
Ток-шоу в прямом эфире благодарит всех, кто финансово поддерживает нас и помогает каналу выходить в эфир каждый день с понедельника по пятницу. Мы создаем настоящее информационное вещание вместе с вами. Ссылка на PayPal в описании или используйте QR-код на вашем экране. Stand clear of the closing doors, please. 2, 1.